Всем добрый вечер. Так, вижу уже активный чат, это хорошо. Есть несколько участников, которые уже подключились. Давайте проверим, как вы меня слышите. И напишите, пожалуйста, в чат плюсик, так я пойму, что у нас есть звук. Я надеюсь, что звук уже появился. Потому что он может появляться чуть-чуть спустя некоторое время. К сожалению, свойственно для трансляции YouTube, но тем не менее. Так, отлично. Вот, пошли первые плюсики. Шикарно. Значит, вы меня слышите. Здорово. Так, супер. Ну, и не будем сильно долго ждать, как подключатся остальные участники, особенно опаздывающие, скажем так. Давайте все-таки я на всякий случай представлюсь те, кто со мной еще не знаком. Меня зовут Катерина Рудык, и я интернет-маркетолог с опытом работы 9 лет. И у меня своя рекламная студия, поэтому я активный практик. То есть я не просто управляю, я ручками делаю все то, о чем вам рассказываю. А принципиальное отличие, потому что когда ты практик, у тебя нет времени на самопиар. Поэтому, когда спрашивают, почему вас нигде нет, ну, потому что я, наверное, работаю, а не рассказываю о том, как я работаю. Примерно так. И сразу скажу один такой момент очень важный, потому что я понимаю, что среди вас есть те участники, которые ждали месяц начала данного интенсива после переноса. К сожалению, не с моей стороны была, скажем так, наверное, проблема. Я ездила от Mail.ru во Владивосток на одно из мероприятий для технологических предпринимателей как преподаватель. И ребята случайно перепутали просто даты. То есть они не учли, что меня в это время не будет в Москве, я буду во Владивостоке на другом проекте. Поэтому за это заранее прошу прощения, да, что так пришлось долго ждать. Но вот со всеми бывает, как говорится, все ошибаются. Так, давайте перейдем к нашим общим вопросам, организационным непосредственно. Сразу давайте прям проясним, где потом найти материалы. Я не буду больше потом, кстати, эту информацию повторять и говорить тоже не буду. На всякий случай, на странице сайта Geekbrains, на странице текущего интенсива, в вашем личном кабинете, в верхней правой части экрана, там есть мой аватар. Рядом с ним небольшая книжечка. Вот вы на эту книжечку, когда наведете, там будут все материалы. Вот просто на самом деле, ребят, не буду потом отвечать на эти вопросы даже в личных сообщениях и не буду потом об этом проговаривать. Но все-таки, да, то есть, ну, можно, я думаю, разобраться. Так или иначе, потому что все-таки, ну, вы будущие маркетологи, некоторые из вас программисты, IT-специалисты, потому что как-нибудь должны сообразить, где материал найти, но хочется в это верить. Поэтому еще раз, у нас традиция текущего интенсива на сайте Geekbrains. Заходим в личный кабинет, в верхней правой часть сайта, рядом с моим аватаром, маленькая книжечка, там будет запись и презентация. После трансляции, сейчас там пусто, после трансляции все появится, потому что по окончании трансляции будет и запись, и презентация, то есть это логично. Поэтому по окончании трансляции вы там все найдете и увидите. Честно, ребят, потом больше повторять не буду, здесь очень просто, поэтому надеюсь, вы справитесь и сами потом разберетесь. Следующее касательно продолжительности 2 часа длится наш с вами интенсив, где-то через час сделаем небольшой перерыв, буквально минут на 5. Я отвечаю на вопросы в процессе, по ходу они небольшие, такие, скажем так, несложные, не длинные, по ответу, и отвечаю на вопросы в конце обязательно каждого вебинара, независимо, сколько занимает это времени, мы задержимся, либо не задержимся, я все равно отвечаю на вопросы, если они возникают. И кратенько то, о чем мы с вами будем сегодня разговаривать. Первое, что хочется сказать сразу, очень надеюсь, что не разочарую тех, кто ждал месяц. Во-первых, у нас с вами данный интенсив, он не обучающий. Сразу это говорю, чтобы было четкое понимание, чтобы не было потом, наоборот, какого-то недопонимания. То есть мы с вами сегодня поговорим вообще в принципе в информационном формате. Я очень хочу, чтобы вы это действительно услышали, потому что за 2 часа я никак не смогу вас научить использовать социальные сети, как правильно настраивать таргетированную рекламу, как работать с поиском сайтов, поисковых системах, в чем вообще заключается работа, как работать с email-маркетингом и с прочими другими инструментами. То есть, естественно, это невозможно. Каждый отдельный инструмент необходимо изучать, собственно, отдельно. Поэтому мы с вами познакомимся, в принципе, вообще с тем, что такое маркетинг в сфере digital, то есть в интернете, с чем его едят, как говорится, с чем плюсы и минусы, поговорим, какая у него структура, какие инструменты, собственно, эти же инструменты являются профессиями в маркетинге, то есть как раз те направления, которые, возможно, вас заинтересуют в будущем либо для смены работы, либо для повышения квалификации, это уже на ваше усмотрение. То есть мы с вами действительно просто поговорим. Это я специально делаю акцент, чтобы не было потом разочарованных людей, чтобы четко было понимание. Я здесь вас ничему не учу. Ну, вот в формате именно как бы, да, приобретения каких-то навыков. Это не тот формат интенсива. Предупреждаю, правда, сразу.
Еще раз, как бы, да, информационно, исключительно мы поговорим с вами о том, какие профессии, в чем плюсы и минусы, что необходимо знать, какие нужны вам знания, навыки для того, чтобы использовать эту профессию, этот инструмент для продвижения в будущем, для своих проектов, как наемный сотрудник, опять же, повышение квалификации, повторюсь, не принципиально. Вопрос в том, что, как бы, да, чтобы вы поняли, куда дальше двигаться, что вам ближе и что вам больше понравится, возможно, в будущем для изучения. То есть только с этой точки зрения. Надеюсь, здесь всем все понятно. Если вопросов ни у кого нет, то предлагаю перейти к нашей теме. И последнее замечание с моей стороны. Как вы уже поняли, я говорю достаточно быстро. Я вижу здесь в чате, есть люди, которые были на моих других разных курсах. Вы знаете, что я могу говорить еще быстрее, поэтому у вас два варианта. Во-первых, у вас есть все записи. Они сохраняются бессрочно. Еще раз повторю, да, все материалы есть. Вы можете меня прослушивать потом сколько угодно раз. Возникают вопросы, я всегда на связи. Со мной можно связаться как в социальных сетях, какой-то мне задать вопрос, так, и, соответственно, вот, пожалуйста, на всякий случай, если кому нужно потом какой-то вопрос задать, можете со мной связаться. Основные две сети – это Инстаграм, Фейсбук, где я обитаю. Во ВКонтакте я есть, но я там не обитаю, поэтому там меня искать бесполезно. И, соответственно, в личном кабинете на сайте Geekbrains. Также совершенно спокойно можете мне задавать, собственно, ваши вопросы в любое время, хоть спустя месяц, хоть два месяца. В записи вы смотрите, либо в онлайн-трансляции, не имеет значения. То есть у вас есть все возможности. И вариант два. Вы можете меня в процессе сейчас замедлить на нужную комфортную для вас скорость. Так или иначе. Говорят, 0.75 очень удобно. То есть через непосредственно трансляцию на YouTube вы можете поставить комфортную скорость, если вдруг прям, ну, совсем будет тяжело. Но я всегда предупреждаю, чтобы все были готовы к тому, что темп будет быстрый. Информации, правда, много. В 2 часа нужно уложить по максимуму. В чате вижу тихо. Отлично, значит, все меня внимательно слушают. И мы тогда с вами переходим к нашей сегодняшней теме. Сразу скажу, что те, кто... Вот, если есть здесь сейчас участники, которые... У меня же проходит курс двухнедельный, который также называется «Основы интернет-маркетинга», то для вас, и вы уже прослушали первый урок, то для вас будет повтор. То есть повтор некоторых вещей. Не все, конечно, но какие-то вещи будут пересекаться. То есть имейте это в виду. Скорость нормальная, в восторге, что быстро, супер. Значит, есть люди, которым это нравится. Отлично. А то обычно, знаете, когда отзывы потом пишут, ставят минус за то, что быстро говорю. Но у меня вроде бы с дикцией все в порядке, поэтому, надеюсь, всем будет комфортно. Итак, собственно... Маркетинг, как я говорила, немножко поговорим про него, потому что если мы не понимаем базовые вещи, то мы потом не понимаем, как, собственно, с этим работать, потому что в рамках маркетинга у нас есть инструменты, а инструменты – это основные наши как раз-таки профессии, о которых мы будем с вами сегодня разговаривать. Именно они помогают продвигать любой бизнес и компанию в интернете, поэтому нужно понимать вообще, с чем потом работать и как это применять в условиях маркетинга даже в большей степени. Соответственно, мне очень нравится вот это определение маркетинга, которое дал Джон Янч, автор книги «Маркетинг без диплома». Он написал очень такое простое, понятное человеческое определение. То, что это умение сделать так, чтобы тот, у кого была потребность в вашем продукте, чтобы вы о нем узнали, чтобы он вам начал доверять, и когда вы ему понравитесь. То есть, по-хорошему, мы должны постараться сделать так, чтобы наш потенциальный клиент, который о нас как раз-таки узнал, да, то есть мы ему чем-то понравились, привлекли его внимание заголовком, предложением, все что угодно, каким-то таким прям сильным призывом, от которого невозможно отказаться. Он понял, что да, я прям верю этим товарищам, и поэтому да, я хочу это попробовать, купить. Но если мне очень сильно понравилось, я покупаю повторно, рекомендую друзьям. То есть по-хорошему получается, что весь этот путь, который проходит наш потенциальный потребитель, это как раз-таки работа маркетолога, заставить его этот путь пройти от первой точки ознакомления, узнаваемости до, соответственно, принятия решения. Именно поэтому цель маркетинга – это как раз-таки влияние на принятие решения о покупках любых. Именно поэтому должны четко понимать, опять же, на каком этапе у нас, где и как мы взаимодействуем с нашими потенциальными покупателями. И важно учитывать, что сам по себе вообще маркетинг – это реально единая система, это бизнес-процесс и обязательно стратегия, без которой, в принципе, не выстраивается ни один маркетинг. И даже штатные маркетологи, они в любом случае выстраивают стратегию продвижения компании, в которой они работают. Без этого, в принципе, невозможно ничего продавать. Иначе это бессистемные абсолютно какие-то расходы, которые вы не отслеживаете, вы не понимаете эффективность, вы не понимаете, что продает. То есть бюджеты уходят, а вы не замеряете, не измеряете результаты. Это критически очень на самом деле, это недопустимо вообще в принципе. Поэтому, как бы, да, то есть когда мы понимаем, что это единая система, организм, который практически неразделим с бизнесом, то тогда он нам приносит на регулярной основе прибыли. Именно поэтому сейчас почти любая компания, они стремятся как раз-таки работать по принципу из онлайна в офлайн.
Если в офлайне есть представительство, то есть магазин какой-то, офис, куда мы можем еще привести людей. Если нет, то только привлекаем внимание в онлайне. И важно понимать, что сейчас интернет – это не просто место, где можно купить дешевле, как это было там лет 5 назад. Кстати, прямо это на самом деле было так. И был такой стереотип, что в интернете дешевле, чем в магазине в офлайне. И так правда было. Но потом, когда это все, как говорится, продвинулось очень сильно, быстро, прям так, с такими семимильными шагами, то теперь и интернет – это место, где проще. Где проще, легче, быстрее. Нам проще сравнить товар. Нам проще сделать выбор. Мы здесь, ну, представьте, да, то есть одно дело, когда ты гуляешь по разным магазинам, там просто наматывая километраж, посещая каждый магазин и сравнивая цены, товары, вспоминая, где что там видела, как сидела там, как сидела здесь. Даже когда это в рамках одного торгового центра, все равно это больше требуется времени, чем в интернете, когда мы сидим в комфортных условиях, можем открыть сразу там пару каких-нибудь сайтов и сравнить, выбрать, и хоть десятки, хоть 20 вариантов можно перебрать буквально за час времени. То есть нам много быстрее, проще, экономнее. То есть мы привыкли, что у нас все просто. И это, кстати, с одной стороны, упрощает взаимодействие, с другой стороны, немножечко усложняет. И необходимо это четко понимать. Что еще важно для нас, как для маркетологов? Прям такие, прям сейчас вам дают такие основы, основы прям, ну, базовые какие-то вещи, которые, на которых базируется, в принципе, весь маркетинг. Вообще у маркетинга три кита, правда. То есть это получается у нас аудитория, конкуренты, нет, даже четыре, получается, кита все-таки: аудитория, конкуренты, стратегия и позиционирование компании. И вот здесь сразу поясню. Многие говорят сейчас про позиционирование в рамках работы с социальными сетями. Это разные вещи. Ни в коем случае не путайте, пожалуйста. Есть позиционирование бренда компании на рынке, в сегменте, в отрасли для общей маркетинговой стратегии. А есть как бы диджитал-стратегия, либо отдельная стратегия по каждому инструменту, который применяется в рамках работы интернет-среды, а не вообще рынка. И там позиционирование отличается, очень сильно при этом отличается. То есть приблизительно формула применяется одна, но сообщение и посыл для аудитории чуть-чуть отличаются с учетом специфики работы в интернете, а не в офлайне. Разница все-таки есть. Именно поэтому задача такого маркетинга, они как раз-таки и заключены в том, чтобы влиять на решение о покупках. Там, где это сделать, с одной стороны, проще, с другой стороны, сложнее. Как можем повлиять? Естественно, как бы, да, то есть только через доверие, потому что когда я доверяю, я покупаю. А на доверие влияет контент. Каким образом мы потребляем контент? Как раз через те самые каналы продаж, которые мы используем. Это сайт, это лендинги, сайт-одностраничник, это контекстная реклама, таргетированная реклама в социальных сетях, это просто продвижение социальными сетями, это контекстная реклама, поисковое продвижение. Любой, в принципе, действительно практически контент, который вокруг нас. То есть все, что вокруг нас, это контент, но не все маркетинг, кстати. Да, такое хорошее есть выражение, но оно очень верное. Любая информация, видео, фото, аудио, какое-то совмещение, это все контент, на базе которого принимается решение. Именно через вот эти сообщения мы и пытаемся достучаться до аудитории. Именно поэтому все инструменты так важны, и понимание их работы, плюсы, минусы, какие решают задачи, чтобы мы четко понимали, в каким инструментом пользуется именно наша целевая аудитория, что ей нужно, где она привыкла совершать целевые действия. То есть есть люди, которые принципиально, например, действительно не занимаются поиском товаров в Яндексе либо в Гугле, это делают в социальных сетях, правда. Есть люди, которые не покупают домой телевидение, ну, телевизор в смысле, не смотрят вообще, в принципе, ТВ, они все, опять же, информацию потребляют из социальных сетей, либо, опять же, там из новостей Яндекса, мейла, кому где удобнее. То есть у каждого свой канал потребления той или иной информации. И, естественно, когда мы знаем свою аудиторию, когда мы ее изучаем и понимаем, где она привыкла совершать целевые действия, мы там на нее воздействуем. Тот инструмент мы используем. Именно это является частью стратегии. Понимание, где есть аудитория, как с ней разговаривать, в зависимости от ее потребностей, и где она привыкла потреблять информацию. Поэтому, когда мы пытаемся повлиять на принятие решения, во-первых, как бы, да, то есть мы не должны упускать у нас, как у людей, и нашей целевой аудитории, соответственно, как бы, да, то есть эмоции, состояние, в которых мы находимся, потому что это очень сильно влияет на принятие решения. И здесь есть, кстати, классические 3S, которые применяются в маркетинге. Я думаю, многие их знают, но на всякий случай: смех, страх, секс. И самые популярные, кстати, это секс и страх. То есть смех очень редко применяется, но все равно как бы присутствует. Но чаще это секс и страх. То есть секс у нас получается в большей степени, это, знаете, не с точки зрения, как в прямом значении это многие воспринимают, а это в большей степени все, что связано с удовольствием. Все то, что приносит нам удовольствие. А это может быть все, что угодно, от шоколада до парфюма. Именно поэтому у нас, как бы, да, с таким подтекстом сексуальным продается реально почти все. То же самое касательно страха. Это не страх напрямую, там, боясь высоты, боясь пауков, я не знаю, там, пространства замкнутого.
не об этом идет речь, а о том, что у нас по жизни чего мы опасаемся. Мы боимся, что мы не добьемся успеха, мы боимся, что там сменить работу, потому что не получится, а вдруг я там, не знаю, то есть я не справлюсь, меня уволят, а у меня ипотека, то есть как бы, да, то есть боимся чего-то не успеть, боимся за свою безопасность, за свое здоровье, за здоровье своих детей, за то, что я плохая жена, либо плохая мать, или наоборот, я там плохой муж, или за свой статус, имидж. У нас куча страхов внутренних, именно с этими страхами работают маркетологи. Именно эти страхи являются основными болевыми точками, на которые мы воздействуем через контент. То есть как бы это ни звучало, это правда так, это такая небольшая манипуляция, но это маркетинг. Он бывает плохим, бывает злым, бывает хорошим и добрым. Я, конечно, за добрый, за хороший, я не за плохой, не за злой, я не люблю обманывать, но здесь бывает по-разному. Тоже нужно это помнить и учитывать. Я все-таки все время пропагандирую добро, так или иначе. И есть еще две как бы S вспомогательные, когда мы работаем через сожаление, ну, то есть когда хочу, но нет денег. Вот это, кстати, идеальный инструмент для всех банков, для кредитов, для рассрочек, для всяких микрозаймов. Вот, собственно, почему они опять же и появились, потому что с банками сложнее, а желание у людей остается, а микрозайм это проще. Поэтому, как бы, да, они так раз резко и вдруг выросли, как грибы. Ну, то есть, как бы, да, это такие самые наглядные примеры, но их можно по-разному применять. Тот же самый страх потери, то есть, когда у нас получается, что когда мы хотим избежать потери, то есть потраченных денег на приобретаемый товар-продукт, сильнее, чем получить награду. То есть чем получить удовольствие от приобретения этого продукта. То есть когда мы как бы, да, то есть сравниваем цену и ценность, то есть мы не понимаем, за что мы платим, мы не понимаем, что нам это даст, как это повлияет на нас, настроение поменяется, не знаю, там жизнь у меня вдруг резко изменится после консультации с психологом, я прям выйду и пойму, что я там действительно намного способен, и уже завтра я сменил работу, а послезавтра я уже на новую должность с более высокой зарплатой, чувствую себя уверенно. Ну, то есть, как бы, да, когда жизнь кардинально меняется. То есть что я получаю в результате? Либо я покупаю там телефон, айфон, о котором мечтала год, копил, наконец-таки купил, и все, у меня просто такая вот, такое счастье, такая радость, что я эту радость дарю всем окружающим, и он себя прекрасно чувствует. То есть вот какие-то такие вещи. И вот когда вот страх вот, как бы, да, больше, то, что я вот не уверен, что я получу вот это, да, что-то хорошее, то есть я наверняка потрачу деньги впустую. То есть мы с этим еще работаем, чтобы не было такого ощущения, чтобы не было таких мыслей, чтобы человек в процессе принятия решения думал только об одном – хочу. То есть это, когда возникает желание, я хочу именно это. Вот когда попадаем в цель, и человек говорит, прям про меня написано, прям вот прям точно моя ситуация, моя проблема, и прям идеально для меня решение. То есть когда мы это четко определяем. А следующий этап, когда мы учитываем как раз таки те самые неосознаваемой составляющей процесса принятия решения. То есть есть такой эффект воздействия контекста. То есть это основной посыл от вас, как от компании, и обрамление бренда, чуть позже это поясню еще. И размывание цели тоже очень часто применяется, когда есть такая, знаете, у нас слепая вера в то, что узкая специализация, она гораздо эффективнее широкой. Ну, например, есть компания, агентство, пускай будет рекламное, которое оказывает комплексные услуги по продвижению в интернете. Они и сайт разрабатывают, и контекстную рекламу делают, и социальными сетями занимаются. Ну, в общем, они делают реально все. А есть отдельные агентства, которые выбирают что-то одно. Там только SEO, ну, поисковое продвижение, только социальные сети. И многие думают, что, как бы, да, лучше обратиться в такую компанию, если мне нужны ими социальные сети, потому что там люди занимаются только этим. Они не отвлекаются, они действительно специалисты именно в конкретном одном вопросе. И почему-то людям кажется, что это, ну, лучше сработает. Это не всегда так, но тоже этим можно управлять, и, естественно, тоже это используется многими маркетологами, но по-разному. Это всегда не в лоб. Вот, кстати, что очень главное правило маркетинга, мы не продаем в лоб, то есть в действительности, особенно когда мы говорим про диджитал, есть инструменты, которые продают максимально активно, даже агрессивно. Это контекстная реклама, поисковая. Там, где люди в активном поиске, они уже в активном поиске. А тизерная реклама тоже бывает немножко такой агрессивной, это аналог баннерной рекламы, только она работает по тизерным сетям, куда входят сайты, где показывается реклама. А остальные инструменты, они как раз-таки уходят уже давным-давно от агрессивной рекламы. Это давно уже работа с потребностями аудитории, с задачами аудитории. Мы уже изучаем аудиторию не просто по социальным признакам и демографическим, пол, возраст и какие-то интересы общие. Мы изучаем потребности. Вот это ключ вот именно к успеху. То есть не просто пол, возраст, а вот кто конкретно, в каком возрасте, чего хочет от того, что я предлагаю, от моего продукта, от моей услуги. И вот эта цепочка выстраивается через коммуникацию, коммуникация через контент. Контент мы распространяем через основные инструменты. То есть, я надеюсь, вы уже уловили логику и понимаете, что все здесь абсолютно связано между собой.
И последний, главный самый этап работы с аудиторией в том числе. То есть мы должны ее знать, четко понимать, почему она себя ведет так, а не иначе. Ну, хотя бы предположить точно должны. И какими целями руководство. Это самое непростое понимание цели целевой аудитории. То есть не ваших как компании, а ваших людей. Зачем им ваша продукция, а не зачем вы им. То есть здесь обратная ситуация. Многие это реально путают. Но если вот взять банальные примеры, то мы покупаем воду, потому что испытываем жажду. Покупаем машину, потому что хотим из точки А в точку Б доехать. А вот что выбираем конкретно, это уже рекламный посыл и позиционирование бренда. Как на рынке в целом, так и в рамках работы с отдельным каналом. Повторюсь, как бы, да, немножко отличается, все равно это работа. Именно поэтому, да, то есть мы должны знать все, что вот, возможно про нашу целевую аудиторию. И продукты с брендами в данном случае являются тем самым инструментами, которые так или иначе как бы, да, то есть помогают нашей целевой аудитории достигнуть своих целей. И продукт как некий инструмент для выполнения этой задачи. Ну, то есть, опять же, да, то есть если я обращаюсь к адвокату либо к юристу, то я к нему обращаюсь не потому, что он профессиональный, опытный, недорого и качественно. Это, конечно, дополнительный критерий выбора. А в первую очередь, потому что у меня проблема, которую я хочу с помощью него решить. То есть я развожусь, к примеру, да, там мы делим, не дай бог, имущество. Или там какие-то проблемы, и возникают споры над опекой над детьми. Либо у меня забирают права, и я считаю, что это было незаконно, и мне нужен автоюрист. Либо там, опять же, да, то есть, вот, не дай бог, какие-то проблемы в семье, это уголовное право и прочее, какие-то гражданские дела, там, жилищные вопросы. Зачем я обращаюсь к юристу? Ну, то есть это тоже нужно четко понимать. Именно поэтому, когда мы четко понимаем цели именно нашей аудитории, а не нашей как компании, то мы и рекламное сообщение должны направить на решение проблемы целевой аудитории. Соответственно, то есть как бы как мы решаем ее проблемы с помощью нашего предложения, товаров, услуг, которые мы ей предлагаем. Зная о проблемах и желаниях, мы можем управлять, собственно, решениями нашей аудитории. Мы их ведем и направляем туда, куда нужно нам. И это есть та самая воронка продаж, кстати, это та самая конверсионная цепочка, что то же самое. И вот как раз тот самый эффект обрамления бренда. Очень хорошо здесь показывают вот эта вот картинка, такая некая иллюзия визуальная, но тем не менее. То есть суть работы данного в такой, наверное, не то что направление, в общем, инструмент, даже так можно сказать, для компании в том, что вот именно эффект обрамления показывает, как именно бренды влияют на решение покупки. То есть они выступают неким фоном для продукта и тем самым влияют на его впечатление. То есть у нас здесь мы видим, на картинке есть фон в виде бренда, цвет разный, и в центре бренда у нас продукт. Тоже, как бы, да, отличается по цветам. Как бы есть бренд, есть продукт. Но, как бы, да, то есть как бы суть в том, что брендированный продукт нам представляется, как правило, лучше обычных, да, то есть не таких популярных. Хотя нас на самом деле эти продукты, как правило, одинаковы, они не отличаются. То есть эффект обрамления показывает реальную ценность бренда в продаже продуктов в глазах потребителя. И мы, как правило, готовы заплатить больше за объективно одинаковые вещи. И это правда так. То есть если мы убираем от фона, да, то есть как раз-таки продукт, он одинаковый. Вот показываю еще раз, если я перемещаю на фон, грубо говоря, товар, он как будто бы отличается по цвету. В действительности это абсолютно одинаковые два маленьких квадрата, одинакового цвета. Хотите, можете сами проэкспериментировать и дома нарисовать где-нибудь там и просто проверить. Это действительно очень хорошо показывает, как этот эффект работает. То есть, когда мы знаем уже, например, бренд, многие любят кофе Starbucks. И уверены, что это самый вкусный кофе. Хотя наверняка где-нибудь там в любой маленькой кофейне будет не хуже кофе. И поставщик у них наверняка одинаковый. Но у Starbucks очень много заложено вот именно в эффект обрамления. То есть у них... здесь и уютный интерьер кафе, и то, что свободное обслуживание, то, что нет официантов. Почему там все время молодежь? Потому что не нужно думать про чаевые, про обязательный заказ. Многие просто приходят с ноутбуками, там сидят. Может быть, и возьмут кофе, а могут и не брать. Их никто не выгоняет, никто не просит заказывать. У них приятная всегда музыка. И когда вот атмосфера нравится, прям тебе комфортно, то в такой атмосфере у тебя и кофе самый вкусный, и пирожные просто космические. Даже если рядом в палатке будет то же самое. И при слепых тестах, ну, вряд ли кто отличит кофе в Starbucks от любого другого. Действительно. Я не говорю там про растворимый, а про любой зерновой кофе. То есть, как бы, в принципе, да, то есть так это и работает. Получается, что бренды выступают, как бы, да, то есть как обрамлением, оформлением продукта. Они незаметно воздействуют на вот восприятие и ценность через вот этот именно эффект обрамления. Когда, опять же, да, вот стоит на полке Coca-Cola американская, и будет стоять бутылка воды, где будет на русском написано «кола». Но большинство выберут Coca-Cola американскую, потому что этот бренд, как бы, он известен, а вот эта вот кола еще непонятно, где ее разливали, какой там состав. Даже если она одинаковая, мы доверяем брендам. И именно об этом постоянно говорят, о том, что необходимо работать над брендом, над своим позиционированием и выгодой, которые получают люди от вашего бренда в том числе. И именно поэтому, кстати, да, то есть вот эта история, она старая, как
как мир. Но именно сейчас, именно благодаря вот этой информации, в том числе вдруг вспомнили об этом и заговорили про личный бренд. Потому что когда есть либо человек, которому доверяют, либо продукт, которому доверяют от имени бренда, продажи увеличиваются. Это старая истина, но тем не менее. В результате мы понимаем, что у нас в целом интернет-маркетинг помогает решать для бизнеса следующие задачи, ну, прям классические. То есть мы, естественно, заинтересованы в том, чтобы привлекать новых посетителей на сайт, либо на лендинг-сайт, одностраничник, а на увеличение лидов, поясню на всякий случай, что лид – это получение контактных данных от потенциальной аудитории. То есть когда мы, допустим, там какая-то форма заявки заполняется на сайте, либо люди переходят с рекламы и опять же заполняют какую-то форму заявки, подписываются на рассылку на нашу, что-нибудь там скачивают и какие-то контакты оставляют. Вот эти вот контакты, заявки, обращения и прочее, это и есть лид, с которым потом уже мы работаем, либо менеджеры созваниваются, либо мы как-то потом еще взаимодействуем. В любом случае, как бы это еще не потенциальный, ну, как бы не готовый клиент, это потенциальный клиент. И, собственно, на улучшение конверсии уже из потенциальных в реальные клиенты, на увеличение среднего чека, безусловно, все хотят расти, развиваться, чтобы расходы увеличивались, на увеличение повторных продаж и, естественно, на увеличение прибыли. И прибыль стоит далеко не просто так на последнем месте, я об этом часто говорю, потому что если мы взглянем на воронки маркетинга, ну вот в левой части, в принципе, ну почти классическая воронка используется, в данном случае она показана с точки зрения работы через сообщение. То есть если мы говорим про классическую воронку, то ее суть в том, чтобы это как некий путь к принятию решения, опять же. Ее суть в том, чтобы привлечь как можно больше потенциальных клиентов в верхней части воронки и получить несколько активных покупателей в узком горлышке. И у нас как бы здесь есть несколько ступеней, как правило, 5 основных осведомленность, когда мы рассказываем о себе, заявляем, какая-то информированность о том, кто мы и что мы. Есть некая заинтересованность в том, что мы предлагаем наше предложение действительно интересной аудитории, попадает в ее проблему либо в решение. Она говорит, окей, я вам доверяю, она покупает, пробует, и ей все нравится, она остается. Это, конечно, идеальный формат. Но по факту получается так, что сейчас у нас маркетологи в большей степени работают для влияния на выбор через диалог только на этапе покупки, когда мы уже отрабатываем лояльную аудиторию, ту, которая я уже купила. И мы, ну, это понятно почему, потому что люди, которые уже купили, они для нас являются как бы уже теплой аудиторией, либо даже горячей, она уже с нами знакома, она нас уже знает, ее не нужно убеждать, она уже как бы поверила нам. И если такой человек будет у вас постоянно покупать на регулярной основе, совершать какие-то действия самостоятельно, то ценность такого клиента для нас увеличивается. Это называется LTV-показатель, когда мы работаем с пожизненной ценностью клиента для бренда. То есть когда нам один клиент на регулярной основе через повторные продажи приносит постоянно прибыль. И для этого, естественно, используются специальные и отдельные инструменты маркетинга, которые помогают как раз-таки вот этот показатель увеличивать. Например, это email-маркетинг, это социальные сети в том числе, такие, наверное, самые основные для этого инструменты. Именно поэтому, как бы, да, все-таки стоит помнить о том, что первые две ступени не менее важны, когда мы работаем на этапе узнаваемости, осведомленности и заинтересованности, когда мы вызываем желание и доверие. Потому что без, то есть желания не возникает действия. А если нет действия, то мы не сможем работать в дальнейшем над лояльностью. То есть здесь все равно все связано. Именно поэтому не нужно и даже не рекомендуется забывать о чем-то одном и то есть опанаться полностью с головой во что-то другое. Пару слов просто по общим цифрам, чтобы было понимание, зачем нам нужна эта статистика, затем, чтобы мы понимали в будущем, какие у нас есть возможности и работы по охвату, по количеству аудитории, то есть какое у нас есть проникновение интернета в разные, опять же, города, страны и чем пользуются люди. Да, если люди, например, в основном используют телефон для выхода в интернет, это отдельная работа по настройке каналов. Это важно помнить, потому что здесь очень много вещей, которые уже немножко отличаются и по настройке контекстной рекламы, и таргетированной рекламы. То есть мы в любом случае должны работать над сайтом его адаптации, чтобы люди, неважно, каким бы они какой бы способ они не использовали, они должны достигать конечной цели для нас. А поэтому смотрим по возрасту, кто чем пользуется, потому что это очень важно. Люди там более молодые, они в основном, конечно, почти равно, кстати, ну, небольшая разница тех, кто на смартфонах и тех, кто на компьютерах. И дальше, соответственно, что хорошо, опять же, более взрослая аудитория, такая уже старшая, пенсионного возраста, тоже очень активно используют интернет. Здесь нужно понимать, что мы взрослеем, мы просто становимся старше, и рано или поздно аудитория перетекает из одной в другую. А, естественно, она могла уже на каком-то этапе познакомиться с технологиями, быть с ними, в принципе, на такой короткой ноге, скажем так. Тоже нужно это помнить и понимать, если у вас определенная аудитория, нужно знать, чем она пользуется, чтобы ей было комфортнее. И если она в основном берет телефон, то и вы должны быть в телефоне со своей рекламой, со своим продвижением. То есть это вот для этого, опять же, делается. И в целом по городам, да, то есть понимание по численности городов, опять же, кто чем пользуется и где потребляет информацию. Безусловно, в более мелких городах не у всех есть компьютер, ноутбуки, а вот телефон
почти у всех. И достучаться до них через телефоны будет гораздо проще. И эффективнее, и дешевле, кстати, нежели другие каналы. Это тоже необходимо понимать, изучать и брать на вооружение перед тем, как идти продвигать в интернет что-либо. Надеюсь, здесь все понятно. И уже подходим к разбору отдельных, собственно говоря, специальностей, где мы также, кстати, озвучим и зарплаты, ну, по крайней мере, приблизительно, что можно рассчитывать. А вот, наверное, такая самая подробная инфографика. То есть у нас, по-хорошему, есть основные работы. Это вот сайт. Первое, да, наверное, чем стоит упомянуть эту работу, в принципе, вообще с сайтом либо с лендинг-пейджем как отдельным инструментом, в том числе, потому что он очень эффективно работает по продаже каких-то отдельных товаров, одной услуги либо одного предложения с одним конкретным действием, потому они и эффективны, там конкретная целевая аудитория ведется, конкретный сегмент аудитории, которому нужно именно то, что мы предлагаем. То есть именно вот в этом значении, когда нет другого выбора. А вот именно это нужно, поэтому в лендинге всегда эффективно. Здесь же мы работаем в рамках и сайта с дизайном юзабилити. Юзабилити давно уже не просто удобство расположения информации на сайте, это не просто цвет и текст на кнопочках, а нет, это целая воронка продаж, конверсионная цепочка, по которой мы ведем клиента, то есть нашу потенциальную аудиторию. Естественно, здесь же мы как раз-таки работаем и с текстами, и в целом на повышение конверсии сайта, то есть чтобы продажи сайта шли хорошо, потому что бывает часто очень такая ситуация, что реклама настроена прекрасно в контексте, в социальных сетях, люди идут на сайт, а вот сайт недоработан, и сайт они уходят. Получается, что вы деньги сливаете впустую, то есть здесь все взаимосвязано, это нужно прямо запомнить. Да, далее, инструменты, которые приводят нам трафик, то есть посетители. Это, естественно, и контекстная реклама, это и поисковая оптимизация в Яндекс, в Google, это и баннерная реклама, таргетированная, тизерная реклама, работа с покупками статей и работа по модели CPA или лидогенерации, когда мы платим за конечное действие, за конверсию. Дальше, в рамках работы с контент-маркетингом, ну, здесь тоже, я думаю, все понятно, это основное, такие, наверное, направление работы, это и тексты на сайтах, это и разные статьи, и внешние ресурсы, и внутри сайта корпоративные блоги, это социальные сети, это любой видеоконтент, в формате YouTube, презентации, email-маркетинг, какие-то конференции, семинары, вебинары, выступления, работа с репутацией. Это все контент. То есть вокруг любая информация, которая есть вокруг бренда, влияет на принятие решения. То есть суть на самом деле в этом. А аналитика и стратегия, они очень близки. То есть без стратегии, в принципе, опять же, повторюсь, сложно будет понимать эффективность работы инструмента и какой вам нужен инструмент в первую очередь. Потому что не всем нужны социальные сети и не всем нужен поиск. А тоже нужно это понимать. И здесь же мы прорабатываем и основные критерии оценки эффективности работы. То есть что мы потом будем замерять, какую мы будем считать эффективность. А там очень много формул, кстати, сразу предупреждаю, в маркетинге много математики. А, соответственно, здесь же мы и прописываем сразу, определяем для себя ROI, то есть показатели окупаемости вложенных инвестиций, то есть сколько мы вложили в рекламу, сколько заработали за вычетом всех расходов. Какой канал сработал лучше, откуда пришла более целевая аудитория, а почему она оттуда пришла, то есть что повлияло, какое конкретное объявление повлияло и откуда она пришла, прежде чем совершила конверсию. Все анализируем, собирается статистика, данные, потом это все выделяется на отдельные сегменты, кластеры аудитории и применяется для эффективности рекламы. То есть на самом деле работы, правда, очень много вообще. Независимо, что вы используете, даже если это будет просто контекстная реклама, там еще больше нужно замерять и считать на самом деле. И все, что касательно клиент-маркетинга, когда мы говорим про политику скидок, программу лояльности, то есть опять же спецпредложения, акции, ну, когда мы прорабатываем сценарий взаимодействия с каждым клиентом через диджитал, а именно этим и отличается, кстати, диджитал от традиционного маркетинга. У нас есть прекрасная возможность персонализации. Мы можем обращаться чуть ли не к каждому индивидуально с помощью разных инструментов. И это, на самом деле, очень круто. В результате у нас есть стандартно, опять же, поисковая оптимизация, то есть SEO-продвижение сайта, контент-маркетинг, тексты, дизайн, юзабилити сайта, но это обобщенно. Email-маркетинг, когда мы работаем со сбором базы подписчиков, генерация лидов повторной продажи. Социальные сети делятся, как правило, на два, кстати, направления. Это ведение комьюнити репутации, и это таргетированная реклама продажи, лидогенерация. И работа с репутацией, как тоже третий отдельный инструмент, контекстная реклама, как трафик на сайт, естественно, конверсия. И веб-аналитика, без которой мы просто никуда, это статистика, анализ и эффективность, то есть проработка всех каналов. И переходим к первому инструменту, это SEO-специалист, самый на самом деле простой, то есть я иду здесь от простого к сложному, скажем так, по нарастающей. То есть SEO самый действительно несложный с точки зрения креативы и, кстати, даже технически, но сразу скажу, что данный инструмент подойдет как раз-таки, кстати, программистам, веб-программистам, то есть тех, кто близко к IT вообще сфере, потому что здесь креатива почти нет, а вот знание кода и такая скрупулезная работа все-таки присутствует. Но креатив здесь, наверное, даже не то чтобы как креатив, но творческая составляющая присутствует, когда мы работаем с текстами. Но чаще всего все-таки бывает так, что у нас есть отдельно человек, который оптимизирует сайт,
и человек, который отдельно пишет тексты, копирайтер. Поэтому то здесь, как бы, если вы еще умеете делать и то, и другое, это, как говорится, только повышает вашу ценность. Поэтому данный инструмент действительно, как бы, да, то есть включает в себя некий такой комплекс мер по внутренней и внешней оптимизации сайта. В результате применения этих мер сайт появляется в поисковых системах в Яндекс либо в Google на определенных позициях в зависимости от введенного запроса. Именно эти запросы мы используем в семантическом ядре, которое прорабатывается для сайта. Ядро собирается вообще-то вручную. Если мы говорим про хорошее SEO, это вручную делается, потому что сервисы, они собирают мусор, они не знают именно потребности человека. Поэтому в рамках работы с ядром есть несколько вариантов и техник, которые применяются для сбора ядра, а там используется изучение аудитории целевой. То есть та самая база, о которой я говорила в начале, без нее ядро не строится, иначе вы промахиваетесь. Получается очень много ненужных запросов, лишних, которые вы тратите деньги и время. А в целом данный инструмент и, собственно, работа специалиста построена таким образом, чтобы вывести сайт на первую позицию в поисковых системах, либо получить максимальный трафик, потому что сейчас многие работают по двум вариантам, либо это позиция в топе, либо это получение большего трафика. Именно про поиск, я говорю пока не про контекст, но реклама там тоже изменилась у нас, система оплаты, мы теперь платим не за размещение позиции, а за получение трафика, но об этом чуть позже, просто чтобы не было путаницы. Мы должны в целом работать на то, чтобы у нас были посетители сайта, которые в результате будут опять же принимать нужные нам решения покупать. Нужно понимать такое понятие, как высокая стоимость входа и более низкая цена посетителей, потому что когда мы изначально работаем над продвижением, нам требуется, наверное, на первый полгода-год какие-то бюджеты и затраты, которые нам необходимы для как раз-таки вот того, чтобы уже успокоиться и быть уверенным в том, что ну, теперь сайт точно будет в топе долгое время, ну, хотя бы какое-то время точно, потому что, конечно, конкуренты не дремлют, и нас могут в любой момент подвинуть, но тем не менее. И на какой-то этап мы действительно уже ослабляем вожжи, и у нас не применяются все те же инструменты. Мы делаем действительно большую часть работы в самом начале. А дальше это контроль и поддержка того, что мы уже сделали, чтобы удерживать свои позиции, удерживать свои показатели. Но самая основная работа именно внутри сайта технически делается в начале. И вот срок работы, кстати, он же влияет и на срок продвижения, зависит от разных показателей, тоже будет учитывать и от конкуренции региона, и от конкуренции отрасли, и, соответственно, от возраста вашего сайта, и доменного имени имеется в виду, и объема вашего сайта в том числе, и сезонности. Параметров много, которые влияют на сроки продвижения, в том числе, опять же, если у вас сайт информационный, и там 30 страниц у вас сайта, то это небольшое ядро, и это небольшое количество проработок для, опять же, SEO-специалиста по метаописанию сайта, по текстам. Если же мы говорим об интернет магазине, и у вас 10 тысяч товаров, и каждую карточку товара необходимо оптимизировать под поиск, здесь уже и Яндексу не просто вас анализировать, вас, ну, как бы, да, индексировать и добавлять в базу, вас очень много. И, соответственно, специалистам тоже работы очень много и по метаописаниям, и по текстам, и по распределению ключевых запросов из ядра по страницам сайта. Но то есть здесь уже работа, объем увеличивается просто даже у специалистов. Естественные сроки продвижения тоже увеличиваются. Нужно здесь адекватно к этому подходить и понимать. В результате проведенных всех работ именно по технической оптимизации сайта улучшается видимость сайта в поиске, ну, мы привлекаем, естественно, больше посетителей. А в данном случае, что еще, как бы, да, то есть нужно знать, когда вот вообще использовать все, ну, такие вещи, в принципе, наверное, общие. Вообще поисковая оптимизация, базовая особенно оптимизация сайта, она нужна почти всем. Вот, но не всем нужно дальше работать на продвижение, чтобы быть именно в топе. Вот это, правда, нужно не всем, нужно понимать отрасль, и если вообще в поиске аудитории многие уже привыкли действительно потреблять информацию другими способами, и не через поиск. Есть такие сегменты, действительно есть. Именно поэтому, да, то есть нужно для себя четко понимать, если мы говорим про базовую оптимизацию, то когда мы ведем трафик из любого источника, этот трафик привязан к каким-то, ну, опять же, запросам, словосочетаниям, и, соответственно, мы вот эти вот запросы привязываем к тематике нашего сайта. И если у нас на сайте нет никакой оптимизации, то все эти переходы по каким-то там, опять же, запросам, даже если это просто какая-то раскрытая тема через публикацию в социальной сети, но эта тема связана с тем, что вы предлагаете с вашим товаром, услугой, продукцией, и вы не делали базовую оптимизацию, то у вас трафик просто улетает в трубу, он теряется, вы не привязываете его к сайту. Веса у сайта нет, доверия к сайту у поисковых систем тоже нет. И получается, что вы даже не можете потом в дальнейшем собрать свою точную аналитику. И это, на самом деле, не очень хорошо. Поэтому даже если мы не планируем быть в топе, базовую оптимизацию рекомендуется делать всем сайтам, чтобы хотя бы по каким-то более таким низким запросам, когда до 1000 человек в месяц спрашивают то же самое, вводят тот же запрос, вы все равно
рано или поздно сами по себе появились в топе. Это действительно работает, когда мы работаем через контентное продвижение, а это работает с привлечением посетителей. А посетители нам дают поведенческие факторы. Поведенческие факторы – это то, как люди себя ведут на сайте, как быстро покинули сайт после первого открытия, а какой был переход, ну, посещение сайта даже так по количеству раз, там первое посещение, второе, третье, сколько посмотрели страниц, сколько времени провели на сайте. Все эти показатели помогают поисковым системам понять, насколько ваш сайт соответствует заявленной тематике и интересам аудитории. И если соответствует, вы выше. Если хотя бы в каком-то параметре вы ниже конкурентов, или вы хуже это проработали именно по внутренней оптимизации сайта, вы проигрываете. То есть здесь все работает в комплексе. Поэтому мы используем SEO, когда, конечно, нужно вообще в целом улучшить видимость сайта по любым запросам, а при наличии бюджета хотя бы на первые там полгода, год продвижения, опять же, учитываем объем и размер нашего сайта, когда сайт полностью готов, доработан, все работает, нет каких-то ошибок, потому что все эти ошибки, битые ссылки, нерабочие кнопки Яндексом записываются как минус, и это будет вам только, опять же, не в пользу. А когда мы хотим в целом получить больше посетителей, конечно же, рассказать о себе и увеличить прибыль, все понятно. Потому что нужно знать и уметь. Здесь обязательно нужно знать основу юзабилити. То есть это действительно критерий важности, потому что если на сайте информация размещена не в соответствии с тем, что ждет от вас аудитория, то продаж у вас нет, а вопросы будут к вам. Сразу предупреждаю. И очень часто многие SEO-специалисты начинают в первую очередь анализ сайта с юзабилити, а уже потом его внутренняя техническая оптимизация. Потому что в первую очередь люди приходят по рекламе, например, да, либо там, с любого другого источника, где их что-то заинтересовало. Они приходят на сайт, и если они не могут найти что-то быстро, ответ на свой вопрос, решение для своей проблемы, нужную какую-то информацию, то все. Да? То есть вы теряете этого клиента. Получается, что получаете плохие поведенческие факторы, в SEO вы выпадаете, сайт не работает. А при этом, что все остальное технически сделано у вас верно. Бывает даже так, что технический сайт идеален, а юзабилити нет. То есть там информация представлена не так, как ее ожидает получить, опять же, потребитель ваш, как он привык ее потреблять, не как вам это кажется. Поэтому важно очень знать, как именно выстраивать информацию с точки зрения воронки, продаж и конверсионных цепочек на сайте. Знать основы HTML-верстки языка, язык стилей и знать, в принципе, как работать с основными системами управления сайтов. Их очень много бывает разные. Есть рукописные, когда сайты сами пишутся на своих, как говорится, системах, со своими панелями административными. Есть стандарты, есть платные, есть бесплатные, их очень много. И Bittrex, и Drupal, и WordPress, и Joomla, и Modox, и все что угодно. Знать все, потому что сайты бывают разные. На чем они сделаны, всегда загадка, никогда не знаешь заранее. Нужно уметь пользоваться ими всеми. А знать программирование, да. Хотя бы PHP-язык, хотя бы в идеале еще какой-нибудь язык, потому что мы здесь много работаем с кодом. И с его сжатием, и с его сокращением для скорости загрузки, и для того, чтобы исправить какие-то ошибки в коде сайта. Такое тоже частенько требуется. Либо добавить какой-нибудь там интерактив, либо еще что-то на сайт, чтобы улучшить юзабилити и, собственно, поведенческие факторы, и продажи, конверсию. Все, опять же, здесь связано. А работать с контентом все-таки частенько просят, чтобы сам SEO-специалист умел писать тексты и оптимизировать их под ключевые запросы. Да, то есть нужно действительно знать и понимать, как собирается семантическое ядро, то есть методику, да, понимая свою целевую аудиторию при этом все равно, правильно работать с ключевыми запросами, словами, их распределять по сайту и использовать потом в рекламных сообщениях. Обязательно статистика, обязательно анализ, знание, отлично, Яндекс, Метрики, Google Analytics, обязательно, без этого вообще нельзя никуда. Разбираться и понимать основные алгоритмы, какие у них фильтры, какие бывают, опять же, требования от поисковых систем и к контенту к сайту, и к его оптимизации. И, собственно, хотя бы знать основы внутренней и внешней оптимизации сайта, основные инструменты, работа с метатегами, с редиректами, с чисткой кода и прочими дополнительными важными необходимыми составляющими. Если мы в целом взглянем на то, сколько времени уходит у специалиста на тот или иной, скажем так, наверное, на ту или иную работу, то вот как можно будет понять, что действительно это такая, наверное, это далеко не полный список работы, которую выполняет SEO-специалист, но, опять же, чем хорошо SEO для вот тех, кто не очень креативный, тем, что здесь есть стандартный чек-лист, правда, стандарт, но не меняется годами, правда, не меняется вообще. То есть те работы, которые необходимо провести по сайту, все полностью, прям вот как вот есть, вот прям прошлись по этому списку, отметили галочками все пункты, все, работа выполнена. В других инструментах этого нет, там необходимо каждый раз подстраиваться под изменения, здесь нет. Базовая оптимизация, она делается одинаково, меняется работа с текстами, да, потому что меняются алгоритмы, алгоритмы ранжирования, искусственный интеллект, все понятно. Но оптимизация техническая не меняется, это всегда одинаково, все
да. Поэтому это проще, действительно. Разберем прямо сейчас быстро пятерочку, потому что, в принципе, об этом уже проговорили. То есть самая затратная работа, первое место, конечно, это именно техническая оптимизация сайта. А второе место по праву у нас занимает работа с контентом, его создание и оптимизация. Третье место – это работа с аналитикой, да, и с планированием работ на следующий период. То есть когда мы должны примерно понимать, чего мы хотим получить через 3 месяца, через месяц после продвижения, а как это оценивается, результаты, фиксировать их и потом вносить какие-либо изменения. Дальше на 4-м месте у нас получается работа с внешней оптимизацией сайта. Это когда мы наращиваем внешнюю ссылочную массу и применяем разные для этого инструменты. Это не только биржевые агрегаторы, это работа и с каталогами статей, и с каталогами сайтов, а также партизанский маркетинг, то есть скрытый маркетинг, когда мы работаем с отзывами, с вопросами-ответами, с социальными сетями, с форумами, с разными тематическими порталами, где есть статьи и ветка обсуждений с комментариями, то есть везде, где можем упомянуть свой сайт. И, соответственно, замыкает работу такую, наверное, самую такую объемную. Это, естественно, работа на улучшение именно поведенческих факторов. Вот теперь по зарплате. Что хорошо, у нас, благо, зарплата сильно здесь не меняется, не каждый год меняется точно, поэтому цены до сих пор актуальны. Даже в некоторых местах они стали чуть-чуть, кстати, пониже, но прям буквально там разница в 10, наверное, тысяч рублей, вот прям максимальная разница. Пока что цифры держатся по рынку, не было каких-то серьезных потрясений, поэтому пока что здесь в течение еще как минимум 2-3 лет не изменится вообще ничего. Данные, скажем так, данные, вот эта тавтология получилась, предоставлены сайтом HeadHunter, они проанализировали своих работодателей, которые, да, то есть ищут для себя тех или иных специалистов. У SEO есть 3 пика – 60, 90, 120 тысяч рублей. В данном случае в рамках вот минимальной зарплаты за 60 тысяч рублей в офисе, то есть от вас будут требовать вот этот список, то есть хотя бы знать WordPress, уже будет здорово, как система управления сайта бесплатная, знать все факторы ранжирования, что влияет на ранжирование сайта, какие конкретно факторы влияют на ранжирование сайта, уметь работать с большими объемами данных, это действительно так, то есть знать, конечно же, кстати, контекстная реклама тоже приветствуется, Google AdWords и Яндекс.Директ, хотя, казалось бы, SEO, но частенько требует еще и контекстную рекламу. Уметь подбирать тематическое ядро. Знать, кстати, графический редактор, Photoshop, потому что требуются какие-то проработки по сайту. Иногда это идет все через SEO. Опыт работы с интернет-магазинами, да, потому что немножко отличается работа по ядру, по запросам, по продвижению. Это именно транзакционные запросы, они чуть-чуть по-другому отрабатываются. А опыт ведения, опять же, контекстной рекламы, знать PHP, Excel, то, что уже было сказано. А наличие портфолио приветствуется, знать сервисы аналитики, метрику и Google Analytics, знать CSS-системы, HTML-верстку и, самое главное, основные инструменты продвижения и методы, которые используются в SEO. Это прям вот такая, наверное, вот такой сильный лидер. Это за 60 тысяч рублей. То есть реально знать, ну, кого нужно, достаточно много. За второй, за 90, к тому, что уже было озвучено, необходимо еще знать юзабилити сайта, знать, не догадываться, знать. Я всегда рекомендую всем книгу Тима Эша, Тим Эш, Landing Page Optimization, но на английском, по-моему, на русском «Эффективность интернет-рекламы» называется, кажется, так переводится, просто у меня в оригинале эта книга на английском языке. Покупал я ее давно, но она до сих пор актуальна, одна из самых таких, наверное, популярных и мощных в этой теме. Поэтому всем, кому интересно, рекомендуется к прочтению. Уметь работать с контентом, уметь работать, чтобы продвигаться по трафику, как раз-таки быть инициативным. Английский язык приветствуется и желателен, кстати, почти во всех инструментах, потому что в маркетинге у нас очень много всего выходит интересного, крутого, классного, и аналитика, и исследования, какие-то цифры на английском языке, то, что идет с Запада, они впереди планеты всей. Они пробуют, они внедряют, они тестируют, набивают шишки, потом нам рассказывают, там учимся. Это, конечно, круто. Но чтобы это учить, нужно понимать английский и читать их статьи. Поэтому все-таки, ну, реально желательно. Не правда, конечно, железобетонно обязательно, но желательно. Уметь писать. Кстати, ТЗ, правда, такое частое требование, то, что многие не умеют формулировать свои мысли, это прям для многих проблема, в смысле для работодателей проблема, то, что не умеют формулировать свои мысли специалисты. И быть именно ориентированным на результат. Не просто сделал SEO, а там потом посмотрим как-нибудь, разберемся по ходу, а четко для себя понимать каждое действие, которое вы совершили, к чему приведет. В маркетинге замеряется все. То есть перформанс-маркетинг, он во всех инструментах. Мы все замеряем. У каждого действия есть своя цена, абсолютно у каждого. За максимум, за 120, к тому, что было уже озвучено, то есть в первом-втором варианте, еще потребуется знать как раз-таки уже инструмент интернет-маркетинга, то есть все равно придется изучать маркетинг в интернете, так или иначе. А быстро реагирует на изменения алгоритмов поисковых систем, они меняют их дважды в год, скажу по секрету.
прорабатывать рекомендации на основе новых введений, уметь анализировать качество ссылок, делать именно аналитические обзоры, да, то есть и отчеты, не просто скриншотики из средств аналитики, а именно выводы делать, то есть советы, рекомендации, иметь опыт работы в высококонкурентных областях, знать все тренды в рамках поискового продвижения, уметь строить прогнозы, кстати, да, обратите внимание, лидеры, прогнозы и работать с биржевыми агрегаторами за 120. То есть нужно действительно быть ориентирован на результат. Если вы все это знаете, умеете, умеете это все считать и преподносить, цены вам не будет. Хороших SEO-специалистов мало, нужны очень. И пускай на какое-то время востребованность данного инструмента, она чуть-чуть спала, сейчас опять набирает всплеск. Опять я очень много вижу объявлений, кстати, в соцсети, что требуется SEO-специалист. У нас сейчас две боли. Это социальные сети и SEO, то есть там, где не хватает специалистов. Хотя их, конечно, везде не хватает в маркетинге. В диджитал очень много, к сожалению, обмана, очень много недо специалистов, очень это прям обидно, но это и сказывается на многих других процессах. Но, тем не менее, специалистов, правда, мало. Поэтому, ребята, учитесь, вы нам нужны, честно. Очень нужны, это прям вот капец как необходимо. Следующая контекстная реклама, ну, здесь попроще, скажу сразу. То есть контекстная реклама, она у нас бывает двух типов. Она есть поисковая, есть реклама, которую мы работаем с сетями. То есть это поисковая, не поисковая, прошу прощения, а рекламная сеть Яндекс и РСЯ и контекстная медийная сеть Google, то есть Google AdWords. И там у них КМС, соответственно. И основные задачи в данном случае специалиста по контекстной рекламе – это, безусловно, да, то есть как бы работать с заинтересованными людьми, которые сейчас в активном поиске находятся, с тем, чтобы быстро увеличить именно целевой трафик на сайт, чтобы повышались продажи, то есть как хороший инструмент для получения стабильного потока новых клиентов на увеличение количества лидов и, естественно, увеличение конверсии в целом по сайту. То есть мы должны постараться сделать так, чтобы наша реклама работала, а подход к рекламе разный. То есть контекстная поисковая реклама – это один формат работы, там люди в активном поиске, работают с ключевыми запросами. А вот реклама с сетями, она похожа больше на рекламу с таргетированной, которая в социальных сетях, потому что здесь мы выходим на площадки, где люди, возможно, не ищут именно то, что мы им предлагаем. И мы должны их внимание привлекать чем? Заголовками, текстом и изображением, то есть графикой. Поэтому в данном случае подход к настройке разный и в текстах, и в изображениях, и в заголовках, и даже в стратегиях, которые выбираются при работе с контекстной рекламой. Идеальный, кстати, инструмент для тех, кто не боится цифр, у кого вот именно аналитический склад ума, прям инструмент идеально подходит. И опять же, для тех, кто вот с креативом не очень, скажем так, да, то есть дружит, это будет простым инструментом, но очень эффективным, потому что здесь, ну, креатива меньше всего, кстати, так или иначе. Особенности контекстной рекламы, думаю, здесь они очевидны, но все равно проговорю на всякий случай. То есть суть в том, что сайт показывается только тем, кому он интересен, мы привлекаем именно сейчас активную аудиторию, мы сейчас сразу получаем первый результат, то есть мы сегодня настроили рекламу, и через это уже пошли продажи. Мы не ждем, мы не раскачиваемся, мы прям сразу получаем прибыль, если мы правильно работаем с контекстом. Платим только за переход, за показы мы не платим. Есть максимально гибкая таргетированная аудитория в рамках, опять же, поисковой системы, где у нас очень большая аудитория, она ничем не ограничена, как, например, в социальных сетях, это почти все люди. И, естественно, когда там есть возможность выбрать нужную аудиторию по сегментам, хотя бы даже для ретаргетинга, это очень круто, это эффективно, и это работает нам во благо в плюс. И то, что можем увеличивать потенциальный охват на заинтересованной аудитории через как раз-таки партнерские сети, это тоже только отдельный плюс, потому что у нас очень много источников, на которых обитает аудитория, с которыми можно коммуницировать, и нужно уметь с ними работать. Как правило, да, то есть контекстная реклама, она используется, когда, то есть мы выходим на рынок с какой-то новинкой, и нужно о себе заявить, когда какие-то рекламные акции, распродажи, бонусы и скидки предлагаются, безусловно, увеличение любой конверсии, звонки, продажи, лиды, все что угодно, когда мы используем дополнительные возможности привлечь внимание к тому, что мы предлагаем ретаргетинг и ремаркетинг. И нужно понимать, что ретаргетинг уже давным-давно не просто преследование тех, кто был у вас на сайте, нет, он уже давно работает отдельно, можно, ну, почти и так, и не так. То есть он работает в первую очередь, то есть с теми людьми, которые так или иначе проявили интерес к тому, что вы предлагаете. Уже можно делать разные отсечки по аудитории и по возрасту, и по времени, проведенному на сайте, и по источнику, откуда пришел. Допустим, я в социальной сети увидела рекламу, ну, не знаю, там, телефона мобильного, не вашей компании, но просто увидела, среагировала, перешла на сайт, но ничего не купила. Потом я вижу у себя на других местах, там, в почте, в поиске, в контекстной рекламе. То есть я вижу уже рекламу тех же телефонов, но уже от вашего сайта, хотя и к вам на сайт не приходила. И с вами никак не пересекался. Это тоже уже давно используется через, опять же, работу с ретаргетингом. Очень крутой инструмент, очень мощный. Он же используется и не только в контекстной рекламе, но еще и
в таргетированной рекламе в социальных сетях, принцип работы одинаковый, только разные места. Здесь, как говорится, большое количество людей, а там ограничено в рамках социальных сетей. Но это отличная возможность дополнительно взаимодействовать с аудиторией, влиять на нее, на принятие решения. То есть мы не просто догоняем и просим купить, а мы пытаемся ее как раз-таки завлечь, заинтересовать, вызвать доверие после того, что она сделала. И в целом работаем на повышение узнаваемости бренда. О бренде, о том, что мы предлагаем. В рамках работы с контекстной рекламой вам необходимо будет знать и изучить обязательно. То есть уметь писать продающие заголовки и тексты, отрабатывать навык написания текста. То есть копирайтинг изучаем все-таки, потому что работаем с площадками, а там необходимо работать с текстами. Да, правильно применять ключевые запросы, то есть правильно работать с минус-словами. Многие, к сожалению, до сих пор почему-то не умеют это хорошо использовать, поэтому изучаем. Понимаем, что даже при работе с сетями, там, где люди не вводят ключевые запросы, все равно рекомендуется указывать и ключевые запросы из ядра, и минус-слова. Нужно понимать, почему это необходимо, на что это влияет. Нужно уметь анализировать целевую аудиторию, ее запросы и анализ конкурентов, что они применяют, где применяют, в каких каналах они бывают, какие у них объявления работают, сколько они за это платят. То есть есть сервисы, которые это анализируют, анализируем, собираем данные, делаем выводы. Знать все настройки и стратегии рекламы, как в Яндексе, так и в Google, они там отличаются. Уметь именно прогнозировать. Самое главное – это прогноз и оптимизация бюджета. Работаем, когда мы с ценой за трафик, за конкретный. Понимать работу как раз-таки дополнительных инструментов ретаргетинг, ремаркетинг, уметь их правильно применять и настраивать, в первую очередь отбирать нужные аудитории, уметь их собирать, эти аудитории, через цели в Яндекс.Метрике, например, и использовать их для того, чтобы настраивать ретаргетинг. Работаем также со статистикой, с веб-аналитикой, замеряем эффективность рекламной кампании, должны понимать, где и как вносить изменения, чтобы была высшая эффективность. Оцениваем эффективность работы в целом. То есть считаем, сколько стоит достижение цели, которую мы перед собой ставили, то есть та же самая конечная продажа, например. Замеряем здесь ROI окупаемых вложенных инвестиций. Здесь же мы замеряем в целом конверсию работы каждого объявления, то есть стоимость перехода, стоимость звонка, стоимость лида с каждого конкретного объявления в контекстной рекламе. То есть мы замеряем действительно все. По стоимости. Примерно то же самое, кстати, что и в SEO, 50, 90, 120, такой первый порог чуть пониже получается. Что требует работодателя для того, чтобы работать в этой должности? За 50 анализ конкурентов нужно действительно уметь их анализировать, понимать юзабилити. Здесь тоже нужно, в принципе, знать юзабилити, потому что, опять же, мы работаем с сайтом, мы ведем людей на сайт. Если реклама хорошо настроена, а в сайте есть минусы, вы, опять же, не приводите клиентов, получается, тех, которые покупают, как думает клиент, который его заказал контекстную рекламу. А это будет, опять же, сказываться на вас в первую очередь. К вам придут с вопросом, почему нет продаж. И вы будете доказывать, потому что у вас на сайте недоработано вот это и вот это. Именно поэтому сейчас требования ко многим контекстникам, чтобы они знали юзабилити и могли дать рекомендации по изменению на сайте, чтобы конверсия сайта была выше. Будь также, как и все, ориентированным на результат, усидчивым, трудолюбивым. Это реально очень важно. Здесь нужно быть педантом, кстати. Да, это вот, наверное, такой ключевой параметр, потому что это как даже характеристика, наверное, характера, личности, потому что, ну, представьте, у вас, например, в рамках, ну, интернет-магазина, ядро может быть очень большим. Это может быть и 2000 запросов, и более. И на каждый запрос свое объявление. То есть вы создаете 500 тысяч объявлений. На каждое объявление, да, когда, если они не похожие, а разные, мы создаем свой текст. То есть проработка реально очень большая. Это только один проект. Если у вас таких проектов 2, 3, 4, 5, 10 вы себе набрали, вы просто представьте, сколько необходимо проработать здесь сайтов, их качество, аудиторию, потребности, задачи, как написать текст, чтобы она среагировала, выбрала именно ваше объявление в поиске, среагировала именно на ваше объявление в сетях. То есть это действительно большая работа, поэтому здесь прорабатывается очень большой объем данных. И это очень важно в рамках контекста. Когда это одна компания, да, это просто. Когда их несколько, уже начинаешь потихонечку сходить с ума со временем. Поэтому, да, усидчивость, педантность, точнее, педантичность, правильно будет сказать, и трудолюбие здесь очень важны. Иметь навыки копирайтинга, да, как раз-таки вот объем информации нужно хорошо обрабатывать, большой, и быстро знать Excel. Иметь сертификаты, кстати, обязательно Яндекс и Google, то есть подтверждающие, что вы знаете инструменты контекстной рекламу, сдаем тесты на сайте Яндекса, на сайте Google, уметь правильно проводить аудит рекламной кампании, то есть мы считаем основные метрики CTR, стоимость клиента, клика, понимать, что это такое, как это считать, как на это повлиять, как изменить показатели именно эти в лучшую сторону, быть самостоятельным, иметь высшее образование, кстати, приветствуется, действительно, грамотная речь, аналитический склад ума здесь обязателен, опыт работы, но он везде нужен, действительно, то есть как бы без этого очень сложно. За 90 к тому, что было сказано, знать все системы колл-трекингов, колл-бэк-хантеров и прочее, то есть то,
то, что интегрируется с сайтом, в том числе, кстати, CRM-система даже тоже потребуется. И уметь работать в режиме многозадачности, то, что будет очень много задач, прям очень много задач. Иметь опыт работы с крупными бюджетами – это не так просто. С маленьким намного легче работать, правда, потому что крупно нужно правильно распределить на весь срок показа рекламной кампании, на весь срок, который выделяется в бюджет, что выделяется ежемесячно, а на полгода, и нужно его правильно распределить с учетом того, чтобы расходы были равномерны, при этом эффективность как бы увеличивалась. То есть нужно так правильно это все просчитать, чтобы у тебя хватало денег, а при этом показатели твои улучшались, увеличивались без лишних расходов и перерасходов. Быть педантизмом, да, педантом, педантизм, внимание к деталям, самостоятельность также, портфолио успешных кейсов по продвижению, опыт работы с таргетированной рекламой, потому что, напомню, когда мы работаем с сетями, там принцип работы похож, и знать все системы автоматизации рекламной кампании. Благо, они у нас есть, типа Елама, кстати, Аори, которые очень сильно выручают и спасают. За максимум, потому что было озвучено, уметь аргументировать свои мысли, представляете, чтобы получать свыше 100 тысяч рублей, нужно просто правильно свои мысли излагать. Вот, оказывается, в чем проблема у нас. Знать Яндекс.Маркет, то есть, получается, основные такие площадки, платформы, быть также ориентированным на результат, иметь математический опыт, уметь считать ROI и перформанс, то есть, когда мы все замеряем, формулы, считаем, математика, в общем, все как обычно. Примерно так. Так, давайте сейчас тогда сделаем с вами небольшой перерыв. Время 9.01. У нас впереди социальные сети, самый популярный СММ-специалист. Ну, в общем, давайте отдохнем. Минут 5, как обычно, я даю на отдых. Сейчас время 9.01. Значит, в 9.06 мы с вами продолжаем. Пока давайте отдохнем.
Итак, мы с вами продолжаем и переходим к разбору. Сейчас у меня презентация только отвиснет. Не хочет. Я бы с радостью. Во, наконец-таки отвисла презентация. Собственно, SMM-специалист, одна из самых популярных, мне кажется, специальностей в интернет-маркетинге. И здесь, кстати, очень много, как я люблю говорить, не до SMM-специалистов, потому что мало кто понимает, на самом деле, специфику работы с социальными сетями. А самое главное, мало кто понимает о том, что социальные сети – это не прямые продажи. И как бы это ни продавалось, что бы об этом ни говорилось, социальные сети – это место, где мы общаемся. То есть это основной и главный канал коммуникации нас как бренда с нашими потребителями в первую очередь, а во вторую, когда мы как потребители получаем здесь какую-то информацию образовательную, обучающую, просто какое-то развлекательное содержание, про себя рассказываем, на друзей смотримся, делимся мнением, впечатлениями, обсуждаем все, что угодно. Мы не приходим сюда за покупками. За покупками, когда у нас активная потребность, мы идем не в социальные сети, а в поисковые системы. Это действительно так. Это нужно четко запомнить. Что бы ни говорили, ни продавали, в социальных сетях действительно мы, как я сказала в начале, разбиваем здесь работу на несколько этапов. То есть, когда у нас есть ведение группы, сообщества, либо аккаунтов, и именно работа с таргетированной рекламой, когда мы работаем на продаже, на лидогенерацию, то есть это какое-то конечное действие. И первая часть, когда мы работаем с контентом, с публикациями, с контент-планом, с проработкой стратегии, безусловно, работаем на комьюнити, на репутацию, на то, чтобы вызвать доверие и лояльность нашей аудитории, то, что приводит к повторным продажам. Вот тогда SMM работает. Нужно это четко понимать. И к тому же таргетированная реклама является отдельным инструментом, который позволяет нам так или иначе привлекать внимание пользователей той или иной социальной сети, чтобы их отвести на сайт, например. И мы можем использовать социальные сети, даже если, кстати, у нас нету сайта, и там продвигаться, а можем наоборот, как бы, да, то есть не заниматься ведением, продвижением группы аккаунтов, но при этом привлекать внимание аудитории, вести их на сайт. Идеальный, на самом деле, инструмент. Так, Станислав, опять про материалы, про записи. Ёлки-палки. Говорил в самом начале, повторю последний раз. Давайте так, материалы все будут доступны, и записи, собственно, и презентации. Их можно найти на сайте в личном кабинете, правая верхняя часть сайта, мой аватар, рядом книжечка маленькая. Там будут все материалы по окончанию трансляции. Доступны бессрочно. В любой момент можете потом скачать, посмотреть, пересмотреть, и все, что вам вздумается сделать, вы сможете. Возвращаясь к теме, собственно, самое основное, в чем заключается работа SMM-специалиста в рамках работы с социальными сетями. Первая – проработка стратегии. Здесь она обязательна. Без SMM-стратегии вообще, в принципе, нельзя начинать работу с социальными сетями. Вы должны понимать свою аудиторию, особенно с каждой социальной сети. У нас социальные сети очень сильно отличаются друг от друга содержанием и качеством аудитории. Очень. Я всегда говорю, ни в коем случае мы не смотрим на количество, которое нам говорят, и популярность социальной сети. Потому что, например, если меня спросят, какая там у вас любимая социальная сеть, я скажу в Facebook, потому что я в ней работаю. А многие скажут ВКонтакте, потому что в ней музыку слушают. Но не факт, что они там потребляют контент. Как бы, да, то есть тоже нужно понимать, то есть какую целью социальные сети используются аудитории. И есть ли в этой социальной сети именно ваша аудитория, которая готова покупать вашу продукцию, заказывать ваши услуги по вашей цене. Потому что если вы там продаете, не знаю, консультацию 20 тысяч рублей в час, это явно не ВКонтакте, даже не Инстаграм, это, скорее всего, Фейсбук, и то, если вы прям будете каким-то очень ценным специалистом. Но суть в том, что нужно четко понимать, где какая аудитория обитает, и как она потребляет контент, и как она совершает действия. И характеристики этой аудитории в том или ином канале, в той или иной социальной сети – это принципиальное отличие работы, поэтому без стратегии, ну, никак. В рамках стратегии также прорабатывают свои конкуренты и сама аудитория. Дальше, проработка именно дизайна фирменного стиля, то есть когда у нас есть, опять же, какая-то работа по узнаваемости бренда, то есть мы, опять же, делаем некое такое обрамление с точки зрения дизайна. Работаем с контентом, контент-план, рубрики, темы, понимаем, какие рубрикаторы нам нужны, какие темы мы прописываем, какие темы, какую задачу решают. То есть многие в SMM не задумываются над тем, зачем они это написали, а с какой целью это было написано. То есть у вас этот пост написан, чтобы что? Чтобы продать, чтобы к вам повысилось доверие, чтобы
чтобы доказать свое экспертность, подтвердить, что вы специалист, и вы понимаете то, о чем вы говорите, что вы продаете, что вы действительно, как бы, да, то есть имеете хорошую репутацию, у вас есть доверие, надежность именно на рынке, то есть у вас есть, опять же, уже какие-то довольные клиенты, вы этим делитесь. То есть какую цель вы написали в публикацию, что вы хотели добиться, что вы в результате вы хотите получить. Если вы не понимаете, зачем вы пишете, вы не понимаете, как продавать в социальных сетях. Это критично важно. А работаем в целом на увлечение аудитории, именно подписчики – это наш охват, а охват – это наше все, это вовлеченность, это активность, это главные критерии оценки качества ваших групп, страниц и аккаунтов, на основании которых, опять же, все остальные показатели также улучшаются, в том числе при работе с рекламой. Это работа с коммуникациями, это постоянное общение, обратная связь, быстрые и обязательные ответы на все комментарии, все личные сообщения. Без этого невозможно и нельзя вообще быть в соцсетях. Это быстрая реакция, обязательно быстрая. Мы приходим в соцсети, понимая, что нам быстро ответят. Мы не звоним на горячую линию, мы не ждем ответа в онлайн-чате, мы идем туда, где мы знаем, точно нам ответят быстро. Если нам отвечают медленно, мы теряем доверие. Теряем доверие, мы теряем интерес к бренду. Нет интереса к бренду, нет продажи. Работаем с репутациями, с аналитикой и со статистикой, и, конечно, таргетированная реклама. Таким образом, мы понимаем, что социальные сети помогают бизнесу следующим образом. В целом, как продвижение бренда, повышение именно уровня осведомленности, то, что нам и нужно. Расширяется аудитория, которая видит нашу рекламу, повышается узнаваемость, привлекается больше людей к обсуждению, потому что они рассказывают сами, обсуждают то, что они увидели, делятся этим материалом. Рейтинг компании повышается, да, опять же, на фоне конкурентов. Социальные сети – основной инструмент для того, чтобы отстроиться от конкурентов. Очень удобный инструмент, очень эффективный для этого инструмент, чтобы выделиться на фоне конкурентов, чтобы стать лучше. Многие конкуренты, например, особенно крупные бренды, либо средние бренды и многие даже стартапы, не уделяют должного внимания социальным сетям. Это ваша ниша. Если вы это проработаете, вы будете брать их клиентов. То есть это тоже нужно понимать. Поэтому мы и анализируем конкурентов. А в целом увеличивается, естественно, доля продаж и потенциальных клиентов, рейтинг популярности и привлекательности, что вызывает доверие. И, собственно, как раз когда есть вовлеченные пользователи, которые сами постоянно делают повторные продажи, ну, то есть покупки покупают у вас повторно, просто потому что, да, потому что вы им понравились. Это, опять же, эффективность работы с вашим бюджетом, с расходами в будущем на рекламу. Вы экономите на расходах, действительно экономите, чтобы вот просто достаточно один раз поработать над имиджем, над репутацией, над брендом и доверием, и в дальнейшем ваши расходы за рекламу сократятся. У вас будет очень большое количество заинтересованных, вовлеченных людей, которые будут тут сами про вас рассказывать. Самая ценная золотая аудитория, те, которые пропагандируют ваш бренд. С точки зрения, опять же, популярности, то, что было сказано в начале, еще раз поясню, как бы, да, ВКонтакте у нас в России, ну, как бы, там, да, самая такая большая социальная сеть, потом Одноклассники, дальше Facebook, Instagram. Но в действительности, если спросить у народа, почти все в Инстаграме, в Фейсбуке, а ВКонтакте, да, в Одноклассниках почти никто не сидит. То есть, кого не спроси, скажут, Одноклассники, они что, еще живы? Они не просто живы, они еще очень эффективно работают, кстати, особенно с точки зрения таргетированной рекламы. Идеальная площадка, потому что не забываем, что это платформа MyTarget, она работает не только с Одноклассниками, а еще и с многими сайтами, приложениями, партнерами, на которых также показывается реклама, хотя все запускается через как бы Одноклассники. Но это так же, как и, кстати, у Фейсбука работает, то же самое и у ВКонтакте. У всех есть еще дополнительные сети, в которых показывается реклама. Но именно это и позволяет нам получать необходимые результаты. И в каждой социальной сети своя аудитория, своя особенность работы по контенту, по реакции, по активности, по психотипу даже людей. Именно это является залогом успеха работы с социальными сетями. Что нужно, нам нужно знать и уметь, если мы хотим идти в СММ? Первое, работать со стратегией, то есть необходимо знать, как считается стратегия в СММ. А стратегия в СММ на самом деле включает в себя очень большое количество работы и отдельных параметров, которые мы так или иначе прорабатываем. И если мы этого не делаем, то мы не понимаем, зачем мы используем социальные сети. Мы там сидим просто потому что. И абсолютно не понимаем, почему нет продаж, как на эту аудиторию уже повлиять, почему у меня не увеличивается количество подписчиков и как же их всех-то нарастить. То есть в рамках СММ-стратегии по-хорошему мы погружаемся в тематику отрасли, как бы, да, то есть и формируем основные цели, задачи, те же самые критерии оценки эффективности именно из самой стратегии. То есть мы собираем ключевые данные по анализу бренда, изучаем продукты и услуги, оцениваем возможности на перспективу, проблемы, с которыми сталкивается аудитория, как именно ваша продукция их решает. Анализ конкурентов, как бы, да, в рамках какой-то сравнительной таблицы, как правило, это делается, выделяя сильные и слабые места стороны, прорабатываем ключевые отличия, формируем на основе этой информации наше позиционирование именно в социальных сетях, в сфере digital, для этой именно аудитории. Собственно, изучаем
изучаем целевую аудиторию, выделяем основные покупательские именно сегменты аудитории, прорабатывается, так, ну, как бы, да, как правило, ментальная карта, где прописываются проблемы, страхи, желания, боли аудитории, которые решаются вашим приложением, то есть вашими товарами либо услугами. То есть мы выявляем проблемы, желания, мотивы и критерии готовности к покупке у аудитории. Рекомендации выстраиваются на основании этой информации получения продукта либо услуги, прорабатываются основные рекламные тексты, то есть как раз-таки посылы, то есть на какие мы сегменты делим аудиторию, как прописываем рекламное сообщение и до какого сегмента, как нужно будет достучаться, потому что, например, там в 20 лет это одни приоритеты, а в 45 совершенно другие. И сообщение одинаковое не будет работать хорошо, эффективно и для тех, и для других. Нужно делить обязательно сила в точечном таргете. Это везде. Дальше необходимо проработать как раз-таки вот эту вот концепцию присутствия бренда, его позиционирование, когда мы выбираем основные инструменты продвижения, определяем наиболее подходящие социальные сети, где большая концентрация именно нашей целевой аудитории. То есть мы четко понимаем, как правильно коммуницировать, создаем некий план стратегический, то есть прорабатываем контентную стратегию, прорабатываем наиболее популярные именно у нашей аудитории каналы коммуникации, то есть как ей удобнее, да, то есть с нами коммуницировать в социальной сети. На основании уже этой информации рассчитывается бюджет, медиапланирование, прорабатывается KPI, то есть, опять же, мы определяем наиболее подходящие форматы рекламы в рамках, опять же, выбранных каналов, то есть имеется в виду там фотографии, ну, изображения, это видео, слайд-шоу, карусель, что будет использовано, где это будет показываться, как часто, то есть оцениваем необходимость, точнее, необходимый поток, как бы, да, опять же, из каждого канала людей, то есть целевой аудитории для достижения нашей цели. Если мы хотим, чтобы у нас было 20 продаж, да, то есть примерно в среднем чеком в 5000 рублей, сколько нам необходимо привлечь людей и посетителя трафика, да, опять же, через социальные сети, чтобы эти продажи были совершены. Либо когда мы хотим, например, получить какой-то оборот там, в 1 000 000 рублей в месяц с помощью, опять же, социальных сетей. Что для этого нужно сделать? Нужно знать четкое, как бы, да, опять же, понимание, то есть среднее количество покупок, средняя стоимость лида, средняя стоимость заявки, средняя стоимость, опять же, продаж, валовая прибыль, маржа. Сейчас страшные слова говорю, но это то, что реально считается в рамках медиапланирования. Казалось бы, какой-то SMM, это стратегия, она прорабатывается здесь, как в других инструментах, это важно. Без этого SMM плохо работает. Ну, либо работает медленно и не особенно эффективно, то есть каждый делает свой выбор. То есть мы реально оцениваем необходимость как бы, да, то есть использования этого канала, то есть мы ставим KPI, опять же, критерии оценки эффективности для каждого канала и временную ветку по запуску каждого формата, то есть когда мы что в какой последовательности запускаем, в каком порядке, когда что внедряется, ставим критерии отслеживания этих показателей. То есть мы действительно здесь прям закапываемся, и вот эти стратегии, кстати, вообще в принципе в маркетинге, они такие достаточно недешевые, потому что работа очень большая, глубокая, и проводятся достаточно объемные исследования, на базе которых мы понимаем, а как же все-таки социальные сети будут работать эффективнее. Следующий этап, когда мы работаем с контентом, да, нужно уметь писать тексты интересные, которые будут цеплять, которые будут актуальны для целевой аудитории, то есть все то, что помогает нам взаимодействовать с аудиторией, влиять на принятие решения. И здесь же мы сами готовим практически все, что публикуется в этой фото, и видео, дизайн, и, там, например, даже слайд-шоу, монтаж видео, все тоже на SMM-специалисте, разные прорабатывать формат развлекательного контента, геймификации, развлекательные конкурсы, спецпроекты, мероприятия, марафоны и прочее. Да, то есть нужно обязательно внедрять такие, знаете, как бы скрытые стимулы вступления, когда вступают в сообщество не по рекламе, а потому что у вас очень круто и интересно. То есть там действительно либо постоянно выгодно, либо полезно, либо ценное что-то, и поэтому я сам туда вступаю, то, чтобы эта информация распространялась без рекламы. Когда мы работаем с тем, что мы постоянно анализируем информационные поводы, чтобы быть актуальным для своей целевой аудитории в рамках нашей отрасли, сегмента, обязательно всегда анализируем деятельность конкурентов, что они публикуют, какой у них контент, и анализируем качество контента. Для этого есть специальные сервисы, которые позволяют нам понять, что они используют и что у них заходит лучше, и понять, как нам выстраивать свою же контентную стратегию в рамках работы с социальными сетями. А если повезет, у нас будет дизайнер и человек, который будет заниматься всякими видео, гиф-анимациями и прочим, то уметь хотя бы, да, придумать сценарий и совместно с дизайнером какую-то такую интересную штуку запустить. Ну и в целом, если есть в команде копирайтер-дизайнер, то очень повезло. Обычно это все требуется от самого SMM-специалиста и тексты писать, и дизайн рисовать. Но, как правило, действительно это так. Поэтому знать фоторедакторы, разный Photoshop, иллюстратор, Corel Draw, что вам удобнее, здесь ну прям будет очень вам на руку, скажем так. А в рамках таргетированной рекламы здесь нужно самое главное, чтобы понимать, что у нас настройки рекламы очень сильно отличаются от всех соцсетях. То есть вроде бы они как бы общие, но
внутри возможности и дополнительные критерии, они отличаются. То есть аукцион по-разному работает у Facebook, у Instagram, ВКонтакте и MyTarget. Например, ВКонтакте и MyTarget, у них аукцион работает по цене, то есть по деньгам. В Facebook с Instagram у них аукцион работает не по цене, не по цене клика либо действия, а по именно актуальности для целевой аудитории, то есть насколько ваша реклама интересна целевой аудитории. И если, например, то есть у вас кликов много, и аудитория интересна, она читает, она взаимодействует, то у вас наоборот получается, что вы аукцион выигрываете, у вас цена снижается, а показы увеличиваются, потому что ваше объявление актуально. А у ВКонтакте с одноклассниками там нет, там все решает цена. В основном. У одноклассников есть стратегии, которые позволяют нам работать либо с ценой, либо с актуальностью для аудитории. А вот у ВКонтакте вообще нет параметра актуальности. Они сейчас тестируют в бета-формате ту самую актуальность уже после показа рекламы, что очень получается забавно. То есть, например, показывается реклама, и если там есть такие параметры, как скрытие всех публикаций, скрытие текущей рекламной публикации и жалобы. И вот если у вас этих параметров больше, чем кликов, то со временем вас ВКонтакте перестает показывать. То есть получается, что у него как бы рейтинг негатива выше, чем позитива. И поэтому у вас показы практически сокращаются, они прям сводятся к минимуму. Даже если у вас большая аудитория по количеству. Вот, например, у Facebook этого нет. Даже если у вас объявление неинтересно, у вас просто будет цена дорогая. Но это не влияет на охваты, это не влияет на показы, на количество показов, на количество людей, которые видят вашу рекламу. Это будет влиять только на цену. У ВКонтакте это влияет на количество показов и на цену в том числе. Хотя цена у него фиксированная, да, то есть фактически, какую мы определили, поставили, та и будет. То есть она у нас не сокращается и не увеличивается. Независимо, опять же, что было бы здорово, когда, если у нас интересное объявление для аудитории, у Инстаграма и Фейсбука цена сокращается. То есть чем актуальнее объявление, чем больше кликов, тем ниже цена. У ВКонтакте этого нету. То есть там цена фактически, вот как выбрали, так и есть. Хоть там будет 100 кликов, хоть 10 кликов. Цена одинаковая. Она не зависит от интереса к вашему, опять же, объявлению. Вот это такая, наверное, верхушка айсберга, которую просто нужно понимать. Я не говорю уже о том, что здесь по-разному работает ретаргетинг, об инструментах, которые помогают ему настраивать, о том, как в принципе, это работает, как собирается аудитория, как настраивать рекламные кампании, по географии, по геолокации, социальные сети работают по-разному, рекламные кабинеты определяются по-разному. Это тоже специфика работы с таргетом в рамках каждой социальной сети, поэтому нужно понимать работу каждого абсолютно кабинета рекламного. Безусловно, опять же, мы здесь тоже работаем с текстами, заголовки обязательно и сами тексты. И, опять же, в Фейсбуке у нас есть возможность писать тексты большие, то есть такое мини-сочинение на тему, а это отличная возможность достучаться до аудитории. Это очень круто работает. А прорабатывать максимально эффективно рекламные стратегии, опять же, когда какое-то некое медиапланирование, когда мы должны работать с сегментацией, опять же, аудитории, когда мы прорабатываем те самые уникальные сообщения для каждого сегмента, для каждого сегмента будет свое сообщение, не повторяющееся, не общее для всех. Знать все именно технические нюансы настроек, возможности и цели, которые применяются в таргетированной рекламе. Но, опять же, у Фейсбука более чем 12 целей, там 13, да, целей, которые можно использовать. То есть какую цель я запускаю рекламу. У ВКонтакте это не предусмотрено вообще. В принципе, там цели, как бы, ну, то есть это вот либо на сайт ведем, либо продвигаем сообщество. У Фейсбука гораздо больше этих целей, и вряд ли работать, получается, работа с рекламой тоже больше. Ну, то есть какие-то такие плюсы, минусы везде свои. То есть что-то проще во ВКонтакте, что-то проще в Фейсбуке, в Инстаграме, что-то в Одноклассниках. Нужно понимать, где что пытается использоваться, чтобы это работало эффективно в вашем конкретном случае. Ну, и, соответственно, естественно, знаете, все правила модерации. Тут тоже, в общем, кто на что горазд. У ВКонтакте до сих пор это ручная модерация. Модератор там иногда странные очень попадаются, и приходится с ними бодаться о простых вещах, таких очень, казалось бы, легких, но тем не менее. У Фейсбука вроде бы роботы, но там у них зашкаливает тема национальности, тема ущемления прав, достоинств, я не знаю, там и прочего. Но там, допустим, если будет крупным планом показано лицо девушки, где будет видна шея и слегка будут видны ключицы, и прям, да, ну, как такая классическая, наверное, фотография для косметики, как правило, макияж, еще что-то. Так вот, Facebook может такую рекламу не пропустить, потому что вы можете задеть чувства людей, у кого не идеальное тело, не идеальная кожа, да, то есть кто там страдает, не знаю, там угрями, прыщами, аллергией, лишним весом, да, то есть как бы они могут, например, себя чувствовать ущербными. То есть поэтому, да, вот не пропустят. Слишком вот такая идеальная, получается, у вас девушка на фотографии. Ну, то есть там вот такие вот есть крайности, поэтому тоже нужно все это понимать, читать правила и сразу это учитывать. Дальше, на этапе работы
уже с, сейчас перекручивается у меня с комьюнити, то есть когда мы устраиваем свое сообщество, то есть нужно, во-первых, работать с обсуждением, с тем, что происходит в комментариях, это все нужно, этим нужно управлять, направлять нужное русло, а в целом работать на повышение активности в наших сообществах, на то, чтобы когда-то люди возвращались к нам, чтобы они понимали, что здесь что-то есть интересное, старались принять участие во всех дискуссиях, в идеале настроить некую службу поддержки для, опять же, своих клиентов. Ну, вот пример хороший, Сбербанк, прям мне очень нравится эта тема. Если какая-то проблема у вас вдруг, да, со Сбербанком, можно, конечно, позвонить по телефону, но там вот будет переключать, и никак, что проблема решится. А в офисе тем более, ну, там, в отделении имеется в виду, то есть там вообще специалистам не до вас, и вам проблема вряд ли будет решена. А вот если вы в Facebook зайдете в Сбербанк, да, и напишите им сообщение, то в течение дня решаются все вопросы, вот прям сразу. То есть они четко понимают, как бы, да, то, что это место, где действительно можно работать над лояльностью, и если там решается быстро ваша какая-то проблема и задача, то, да, вы уже начинаете думать, что, наконец-таки, Сбербанк – это уже не просто совок, это такое продвинутое, интересное, а где быстро все решается. Вау, да, то есть они это поняли, наконец-таки. Это работает со всеми абсолютно брендами, и это тоже нужно строить, выстраивать, и это как-то прорабатывать. В целом отслеживаем все комментарии, отвечаем, безусловно, на все комментарии, конечно, на все личные сообщения, это очень важно в соцсети. Если нет ответа, значит, и нет интереса у покупателей к вам, и нет доверия. На этапе аналитики мы собираем, анализируем действительно всю основную информацию, то есть и по эффективности рекламных кампаний, и, безусловно, изучаем веб-аналитику, Яндекс, Метрика, Google Analytics, изучаем по работе и эффективности каждого рекламного объявления по YouTube-меткам, например. Также изучаем целевую аудиторию, которая приходит из социальных сетей, то есть мы смотрим и собираем портфель. Это у нас вспомогательный дополнительный инструмент. То есть без веб-аналитики SMM сложно, на самом деле, анализировать. И, опять же, мы оцениваем качество трафика и конверсионность, опять же, трафика из социальных сетей в рамках работы с сайтом, если мы ведем людей на сайт. Это все замеряется и изучается. То есть отслеживаем источники, опять же, качества трафика в сообществах, анализ изменений любого информационного поля. Проводим внутренние исследования в соцсети того, что происходит в данный момент по изменениям, по трендам и прочее. И, да, и тоже, естественно, используем внутреннюю систему аналитики и статистики, которые есть у самих социальных сетей, как вспомогательный инструмент. И последнее, когда мы работаем с репутацией. Вот, кстати, самый такой непростой блок, потому что здесь необходимо уметь правильно отрабатывать негатив. То есть самая большая проблема в том, что люди негатив воспринимают как свое личное оскорбление. На самом деле, это как бы, да, было написано со стороны человека, который уже, да, ну, получил какой-то негативный опыт. Это уже факт, он состоялся, мы это не можем изменить, исправить, но мы можем повлиять на то, чтобы в будущем наши потенциальные клиенты от нас не ушли, те, кто с нами не передумали, да, соответственно, и не изменили нашему бренду, а те, кто сейчас в негативе, все-таки остались с нами и изменили свои отношения к нам. То есть, по-хорошему, необходимо действительно стараться нейтрализовывать максимально быстро негативно настроенных пользователей и понимать, как бы, да, какой это негатив, направленный, естественный, это конструктивный, либо эмоционально, и выводить людей на нужный нам направление русла. Это отчасти психологии. Мы никогда не спорим, не вступаем в спор, не пытаемся доказать, не пытаемся оправдаться. Это всегда признавание того, что если действительно как бы, да, была проблема с вашей стороны, это признание этого и открытая помощь и поддержка. Это всегда хорошо воспринимается. Также, когда мы работаем с постоянным вот этим вот контролем репутации, то мы мониторим, да, естественно, упоминаем в соцсетях и в блогах, то есть проводим анализ тональности упоминания, положительные, негативные, либо нейтральные отзывы, определяем, опять же, природу негатива и прорабатываем стратегию проработки этого негатива, как этот репутационный фон изменить. То есть это не просто количество отзывов положительных, а это в целом работа вообще и с контентом, где мы доносим до людей определенные вещи, развеивая и рассеивая как раз-таки работу с негативом, который был ранее кем-то высказан. И важно помнить, что каждый ваш комментарий, каждый ваш ответ в личных сообщениях это интернет помнит всегда. Захотят люди, потом это поднимут, и ничем хорошим для вас не закончится. Интернет помнит все. С репутацией работаю 11 лет. Я очень много всего уже в этом плане насмотрелась, напробовалась, и могу сказать сразу, то есть это самый сложный формат работы с социальными сетями. Честно, это правда так, хотя многие вообще-то думают, что репутация – это ничего себе такого сложного. Это очень важно, это ваш бренд, это имидж, это лояльность, доверие. Я доверяю, я покупаю, это нужно помнить. По зарплате. У нас здесь вообще, конечно, прям грусть, тоска, печаль. Такие низкие цены, 45, 70, 90. Но скажу так, что если вы действительно будете хорошим специалистом по SMM, вам будут платить и больше.
потому что в СММе не хватает. За минимальные 45 потребуется уметь работать в режиме многозадачности, быть стрессоустойчивым, это очень важно. Здесь реально стрессоустойчивость очень важна. Клиенты не понимают, как работают социальные сети. Правда. Если вы будете работать в каком-то агентстве либо в компании, будьте готовы к тому, что вам придется, как со школьниками, говорят, это очень непросто объяснять сложное простым максимально языком. Знать английский язык здесь прям он важен очень, прям практически обязателен. Ну, конечно, опять же, зависит от того, к чему вы стремитесь, но повторю, что он очень сильно помогает и выручает английский, потому что, например, Facebook в английской версии дает больше возможностей, нужно понимать. А уметь работать с видео-фотомонтажом, быть инициативным, ответственным, кстати, знать верстку, казалось бы, да, то есть причем здесь сайт, верстка и SMM потребуется, знать систему управления сайта, потому что частенько бывают, размещаются виджеты на сайте социальных сетей, комментарии социальных сетей, можно там зарегистрироваться на сайте через социальные сети. В общем, в принципе, иногда это все действительно еще ложится на плечи самого специалиста, как ни странно, это правда есть. Иметь именно тематический опыт, быть коммуникабельным, креативным, иметь свое портфолио, знать, точнее, все инструменты продвижения в социальной сети и копирайтинг на первом месте, копирайтинг, писать тексты. В социальных сетях люди очень любят читать истории, читать интересные, полезные и ценные тексты. То есть не короткие, не какие-то бесполезные, а те, которые им действительно расширяют кругозор, помогают им что-то узнать новое, интересное, свежее, полезное, обучиться, развлечься, замотивироваться, вдохновиться, все что угодно. За 70, потому что было уже сказано, уметь правильно коммуницировать с целевой аудиторией, то есть коммуникацию выстраивать именно с целевой аудиторией, быть самостоятельным. Опять же, результат, знать таргетированную рекламу, иметь профильное высшее образование, в идеале там журналистика, либо маркетинг, либо пиар, иметь опыт работы в социальных сетях от 3 лет, если мы хотим получать 70, соответственно, и, опять же, на первом месте анализ потребностей целевой аудитории в социальных сетях. Это реально самый важный критерий, именно поэтому так важно понимать особенности работы с каждой социальной сетью и качество аудитории в каждой социальной сети. За 90 и более, к тому, что было озвучено, знаете, хотя бы в теории маркетинг, все равно подпридется, опять же, и конкуренты, и позиционирование, и стратегии, и аудитория – это работа маркетолога. И здесь это также необходимо. Иметь опыт работы с брендом. Бренды отличаются от любого простого компании, какого-то местечковой компании, простого интернет-магазина, никому неизвестного. И бренд там очень сильно играет роль репутации и имидж. Они за это очень сильно переживают. Естественно, опять же, да, то есть стратегия продвижения, да, третье место занимает по важности. А иметь портфолио и аналитика. Самое главное – это анализ того, что происходит в соцсети, а в соцсети, так же, как и везде, замеряется все. Мы замеряем абсолютно каждый шаг. Каждое действие имеет свою цену. Ну, допустим, мы ведем людей на сайт, то есть каждый переход имеет свою цену клика, да, там каждая заявка, лид имеет свою стоимость, а каждое обращение, звонок имеет свою стоимость, то есть каждое действие имеет, как бы, да, то есть в равенстве какую-то стоимость. Именно это мы и замеряем. В рамках работы как email-маркетолог с email-маркетингом, здесь, конечно, инструмент очень эффективный до сих пор, хотя многие почему-то думают, что это спам, это далеко не спам. Это очень классный инструмент, который помогает нам в долгосрочной перспективе, что очень важно, не здесь и сейчас, а годами работать с клиентами, повышать их лояльность и повторные продажи, когда, в принципе, без лишних расходов, люди сами приходят и покупают. То есть тот самый LTV, та самая пожизненная ценность клиента. Поэтому в рамках работы с имейлом, что требуется от специалиста? Увеличивать базу подписчиков, да, то есть работать на то, чтобы сокращались отписки, работать на то, чтобы получать лиды, то есть генерация лидов, контакты потенциальных клиентов, безусловно, стимулировать повторные продажи, обеспечивать дополнительный трафик на сайт, то есть переходы подогретой аудитории, которая уже, как бы, да, то есть, во-первых, она нас знает, во-вторых, она уже познакомилась с приложением в письме, увеличивать конверсии и повышать лояльность, доверие клиентов, что приводит к продажам. Есть такая шутка, что в email должно быть все правильно, если хотя бы один пункт не выполняется, email не работает. То есть необходимо отправлять письма правильным людям, то есть тем, которым интересен ваш контент, отправлять письма правильным людям в правильное время, отправлять письма правильным людям в правильное время и по правильному поводу, и, собственно, отправлять правильные письма правильным людям в правильное время и по правильному поводу. Самое важное, чем отличается email, это сегментация базы. Сегментация базы делится не по соцдемо, то есть социальные и демографические признаки, а она делится по интересам аудитории. И это не только активность, как бы, да, то есть активно, неактивно открывают, не открывают,
А мы также здесь учитываем и мотивацию, и потребности, и опасения, интересы, которые как раз-таки у нас меняются в зависимости от возраста, пола, сезона, стадии покупки и опыта уже взаимодействия с нашим брендом. То есть мы впервые подписались, мы давно уже подписаны, мы чаще реагируем на какую тему контента, а по каким ссылкам мы чаще переходим, что мы делаем после перехода, что нас еще интересует. То есть мы действительно, как бы, да, то есть меняемся. Ну, например, я сегодня была еще молодая девушка, не замужем, без детей, а через год у меня уже муж и ребенок. Ну, через полтора пускай будет хорошо. То есть у меня уже немножко другие интересы, да, то есть другие приоритеты, я по-другому смотрю на вещи, как бы то ни было, но это правда так. И это, естественно, тоже влияет и на мои действия, на мои покупательские привычки, но если я до сих пор работаю в этой теме, либо ей интересуюсь, то контент мне может уже немножко другое интересовать. Это тоже все необходимо изучать. Здесь разные есть механики и техники, которые применяются для этого. Поэтому в рамках работы с email-ом вы должны всегда знать ответы, ну, в идеале, конечно же, на следующие вопросы. Как именно вы будете выстраивать бренд и формировать вот эту узнаваемость вашей компании? То есть какие типы рассылок будете делать? Это промо, новостные, транзакционные, их там гораздо больше на самом деле. Какой контент будете в них готовить? Будете ли вы действительно интересными и значимыми для своих подписчиков, их потребностям и ожиданиям, самое главное? Как часто будете рассылать письма? Как предоставить подписчикам действительно ценную информацию и как будете бороться с уменьшением базы подписчиков. То есть мы должны понимать во внимание реально особенности аудитории, которая на нас подписана. В рамках имейла необходимо знать. Тут, правда, ну, прям много отчасти, но тем не менее. Нужно уметь анализировать аудиторию и, опять же, сегментация базы, то есть по тем признакам, которые я уже озвучила. Прорабатывать email-стратегию, она здесь тоже своя, и она специфичная. То есть мы работаем с разными видами рассылок. Триггерные, транзакционные, акционные, ситуативные, массовые, напоминания, дайджесты. В общем, все, что вообще может быть, нужно понимать. Опять же, акционные, кому отправляем, как часто отправляем, какому сегменту мы это отправляем. Если триггерные, в каких конкретно ситуациях мы напоминаем о себе, когда мы пытаемся замотивировать аудиторию, кого мы пытаемся, кто просто долго не открывал наши письма, кто вообще, там, допустим, все время письма наши удаляет и даже их не открывает, те, кто переходит по ссылкам, но ничего не делают, то есть какой мы отправляем триггер, на что мы пытаемся повлиять, прорабатываем плавный график рассылок, то есть как бы как часто, когда по времени, по дням, неделе, кому что отправляет. Подготавливаем продающие письма, работаем с копирайтингом, опять же, то есть контент, структура оформления. Знайте принципы работы, понимать, пуш-уведомления, SMS, это все интегрируется с SMM, с email, прошу прощения. Здесь же система CRM, это обязательно программа лояльности, то есть это все вместе, в комплексе обязательно используется с email, потому что email – это база подписчиков, это люди, это ваши клиенты. Потом эта база собирается, например, и прописывается в ретаргетинге в социальных сетях. И вы эту аудиторию догонять уже в соцсети, если она, например, в ней чаще пребывает и там потребляет контент, и там уже пытаетесь до нее достучаться. Это инструмент, который постоянно работает в разных направлениях. Уметь работать с сервисами, опять же, автоматизация, адаптация рассылок, HTML-верстки в том числе. Анализировать, собирать данные с помощью, опять же, веб-аналитики. Нужно оценивать эффективность, работать с целями, с окупаемостью вложенных инвестиций, с измерением конверсий. Здесь же запускать, уметь использовать различные цепочки коммуникации, что очень важно, и отслеживать их эффективность. То есть коммуникация – это контакт с вашей целевой аудиторией. Отслеживаем эффективность в целом самих рассылок, работаем на повышение и конверсии, и сокращение количества подписок, и увеличение базы в целом. То есть это реально большая работа. Самое сложное здесь – это реально вот сегментация базы. Вот понять этих людей порой будет очень сложно. Что им надо? Почему они отписываются? То есть почему им не нравится? Это постоянные тесты тем, это постоянная рассылка действительно разного контента. Пытаться найти ту самую вот такой рычажочек либо кнопочка, которая помогает нам повлиять на аудиторию. По зарплате детальной разбивки, к сожалению, нет. Нашла такую такую общую информацию, такой разброс, как бы, если у вас нет, например, опыта, либо опыт минимальный, то у вас зарплата – это максимум 25-50 тысяч рублей. Если у вас уже есть опыт, нужно рассчитывать как минимум, то есть от 60 до, кстати, наверное, ну, 120-130 тысяч рублей можно получать спокойно. Вообще могу так сказать, то есть email-маркетолог такая птица редкая, а и очень ценная. И если вот это вот изучить и уметь ногами вас оторвут, почти все компании, крупные бренды, так тем более, потому что это очень для них важно, это для них основной источник дохода. Это основной канал продаж, как бы то ни было.
Предпоследний контент-менеджер – это человек широкого профиля, если мы говорим про него именно с точки зрения работы контентной стратегии, когда мы работаем со всем контентом. То, как я говорил вначале, это контент, вся информация вокруг нас, и мы думаем, где какой контент, в каком канале, каким инструментом мы будем доносить до аудитории, какие сообщения. То есть такая непростая работа. Но часто можно встретить под контент-менеджером, например, другое предложение работы, как просто обновление информации на сайте. Там новости какие-нибудь, я не знаю, там поменять, какую-нибудь страницу сайта добавить. Вот, поэтому я рассматриваю с точки зрения именно контент-менеджера, который работает как контент-стратег даже в большей степени. Поэтому здесь, как бы, да, то есть необходимо работать с тем, чтобы помогать влиять на принятие нужного решения, которые приводят к конверсии. А работаем, как правило, со всеми видами контента в интернете. Это и текстовые любые статьи, посты, пресс-релизы, презентации, отчеты, кейсы, где публикуем, когда публикуем, кому публикуем, куда отправляем и прочее. Это новости, это видео, изображение, инфографика, это все информационные рассылки, сюда же пиар, общение со СМИ, это отдельная большая тема. И тексты для сайта, публикации в соцсетях. То есть это реально почти все тексты, весь контент, который у нас вообще есть вокруг. И нужно уметь его правильно использовать. Именно поэтому здесь практически все нужно знать. Правда. И основы HTML и CSS стилей, как бы, да, для работы с сайтом, также, опять же, основные системы управления сайтом. И работа с редакторами графическими, опять же, Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, все что угодно. Знаете, хотя бы какие-то основы по базовой оптимизации сайта, продвижения и ключевые запросы. Иметь навыки работы с контекстной рекламой, писать грамотные тексты и рекламные, и для сайта, работать с заголовками, с УТП, то есть уникальное такое предложение, либо потребительская ценность. Готовить презентации, инфографику, видео, ну, то есть прям реально вот все, что касательно контента, будет на вас. Иметь навыки работы с email-маркетингом, прорабатывать темы для письма, тексты, оформление, знать систему аналитики, чтобы все это дело отслеживать, знать юзабилити, да, то, что мешает посетителям, какие есть препятствующие факты, анализировать целевую аудиторию в целом, выделять сегменты потребностей, навыки работы с социальными сетями, таргетированной рекламой, анализ конкурентов, статистика, повышение эффективности и, естественно, работа на определение максимально эффективного канала для распространения контента и выстраивания стратегии, чтобы люди о вас не просто узнавали, а покупали. Вот, правда, по зарплате здесь очень такой большой разбег. Контент-менеджера есть и за 80, то есть, правда, с таким хорошим опытом, и есть там за 30, за 40. Но вот официальные данные есть только по второй версии данной профессии, когда нужно просто изменить информацию на сайте, там, какую-то там, не знаю, новости, опять же, опубликовать, что-то такое простое заменить. Тут прям вообще по Москве зарплата очень низкая, там 30-35, в регионах вообще совсем печально, там буквально 18-20 тысяч рублей. Ну и работа действительно пыльная. А вот, повторюсь, если мы говорим про специалиста широкого профиля, это просто очень, кстати, редко требуется, потому что, как правило, данные функционал распределяется между другими специалистами, но тем не менее. И, соответственно, в данном случае, если прям вот реально будет такой прям мощный контентчик, скажем так, во-первых, с руками и ногами оторвут, во-вторых, копирайтинг всегда актуален. И если вы еще умеете тексты писать, вы вообще золотой человек просто станете. Вот прям могу так сказать, потому что у меня очень многие мои знакомые, коллеги просят найти либо интернет-маркетолога, либо контент-маркетолога. То есть примерно как-то так. И, собственно, вишенка на торте, наш интернет-маркетолог, человек, который должен знать все, вообще все, на практике, уметь применять, понимать разницу работы инструментов, эффективность работы каждого инструмента, когда, в каких случаях, в какой тематике, что нужно применять, в каком объеме. То есть реально прям по максимуму знать все. То есть здесь это тот человек, который знает, как привести компанию к успеху, действительно, с минимальными расходами в идеале. Самое главное, что нужно работать в режиме омниканальности, когда мы объединяем все коммуникации с нашей потенциальной аудиторией в единую систему именно вовлечения и удержания клиентов. То есть та самая стратегия, когда мы выстраиваем эту вокруг коммуникации со стороны бренда, как бы, да, то есть и активного вовлечения клиента на всех этапах взаимодействия с брендом, на всех этапах воронки, с применением разных инструментов. Поэтому интернет-маркетолог, как бы, да, то есть должен постоянно взаимодействовать, как бы, да, то есть и с менеджером по продажам, то есть искать какие-то новые каналы продаж и, естественно, знать все системы CRM, прорабатывать базу. Обязательно каждый раз мы должны находить новые каналы продаж. Мы замеряем все, собираем все данные о действиях, о посещениях, о заказах. То есть все, что помогает нам понять целевую аудиторию, нашу, вот, собрать максимальные данные, то есть вот эту дату, так называемую, о нашей целевой аудитории. У нас, в принципе, информации в интернете можно собрать очень много о каждом из нас. Мы все следим, и это все остается. И при желании все это собирается, аккумулируется, анализируется и собираются отдельные портреты, которые потом работают. Мы анализируем и отслеживаем все действия нашей аудитории, которая работает
точнее, взаимодействовать с нами через сайт, через социальные сети. Собираем статистику, изучаем, почему не купили и бросили это в корзине. То есть все взаимодействие с сайтом. Сегментация аудитории. Выделяем именно свою целевую аудиторию, свои сегменты по потребностям. То есть четко понимать, кому как продавать. Но опять же, да, то есть у нас, например, взять там... К примеру, сегмент детского магазина постельного белья образно. Многие думают, как правило, это беременные либо молодые мамы, а еще это молодые папы, потенциальные бабушки, например, да, почему бы и нет. Или, допустим, когда мы берем там магазин цветочный, это могут быть и невесты, это могут быть те, кто любит цветы в горшках, это могут быть мужчины определенного возраста, которые покупают там, да, то есть, ну, по любому поводу цветы, и студенты, отдельная такая категория, которая покупает цветы для свиданий. То есть, опять же, как бы, да, то есть сегменты, они очень разные. Когда продукт универсальный, например, туры продаете каким-то там, да, какое-то агентство туристическое, то в данном случае мы уже делим, например, аудиторию по сегментам по возрасту. То есть, например, то есть это могут быть там путешествия с семьей, с детьми, это могут быть путешествия для там уже пенсионеров, пансионата, какие-то санатории, это могут быть путешествия с друзьями, это может быть медовый месяц. То есть, совершенно уже такие, как бы, разные, опять же, и категории, и обращения, и возраст тоже отличается. Работаем с контентом, правильно прорабатываем контент везде, и в сообщениях, и в рассылках, и на сайте, и в соцсетях, то есть пишем продающие тексты, и выстраиваем комьюнити, то есть мы поддерживаем клиентов, общаемся с ними, прорабатываем какие-то предложения индивидуальные, программы лояльности, опять же, работаем с негативом, с репутацией и с пиаром. То есть по-хорошему, ключевые навыки должны быть, то есть вы должны уметь исследовать целевую аудиторию, создавать и прорабатывать уникальное такое предложение с точки зрения позиционирования, именно потребительской ценности, уметь проводить юзабилити, исследования, аудиты сайтов, аудиты рекламных кампаний, контент-маркетинг, email-маркетинг, социальные сети, таргетированная реклама, контекстная реклама и сервис-аналитики, поисковое продвижение и, собственно, сами сервисы. То есть, по-хорошему, работа интернет-маркетолога – это некий комплекс, который применяется, направленный на продвижение компании вообще в целом. А здесь мы берем уже и когда мы работаем с привлечением клиентов, и вывод нового продукта, либо при расширении продуктовой линейки, опять же, какая-то выходит новинка. И мы работаем с трафиком на сайт, и исследуем рынок, и как бы, да, то есть изучаем все то, что влияет на рост продаж. Работаем с брендированием, созданием имиджа компании, доверие компании в целом через разные каналы, разные инструменты, применяем их все комплексно. Опыт, который вам потребуется, привлекать большой объем целевого трафика при низкой стоимости лида. Это самая главная вещь, когда нужно при минимальных бюджетах получать максимальные результаты. Когда ты знаешь работу инструментов, это реально возможно. А уметь самому создавать сайт одностраничный лендинг-пейдж с высокой конверсией, потому что обычно многие ведут все-таки аудиторию либо на сайт, либо на лендинг, на какую-то отдельную услугу, то, что это эффективнее. И нужно уметь выстраивать конверсионные цепочки, прорабатывать контент, текст, юзабилити, создавать группы, их монетизировать в социальных сетях, собирать базу подписчиков и проводить именно таргетированные рассылки. То есть по-хорошему нужно совмещать в себе обязанности. Но это правда так. И стратега, и креативщика, и аналитика, и писатель, и психолога, и математика, и дизайнер, и коммуникатор – это далеко не весь список. Реально это нужно быть человеком, который способен, ну, почти на все. Примерно так. По зарплатам прям вообще врут очень сильно. До сих пор я нас очень сильно занижает, кстати, размер зарплаты. Скажу вам честно, по рынку, что в данном случае у нас зарплата интернет-маркетолога это от 150 до 300 тысяч рублей. А если вы прям гуру, то 500 в месяц, полмиллиона. Это нормально. И таких людей не хватает. Да, это безумный объем работы. Да, это контроль работы разных отделов, разных специалистов. Это выстраивание стратегии, это выстраивание общей маркетинговой стратегии, которая внедряется в бизнес-стратегию. Это действительно большой объем работы. Но если вы знаете, умеете это, практикуете, это очень круто, честно. Ну, по себе могу сказать. Это облегчает работу прям очень здорово. И как бы, да, такой некий эпилог, то есть по-хорошему, это тот человек, который действительно может видеть результат своей работы. Это очень круто, когда ты реально видишь все результаты, которые после тебя получает компания. То есть ты влияешь на прибыль, которую получает компания. То есть здесь нужно просто уловить, правда, так, наверное, все взаимосвязи, составить некое уравнение и последовательно воздействовать на все элементы, с которыми, опять же, маркетолог может работать на привлечение прибыли, на то, чтобы привести компанию к успеху. От нас зависит успех компании, именно от маркетологов. По востребованности. Что интересно, что любопытно. Ну, собственно, так, презентация опять у меня подвисла. Ура, подвисла. Интернет-маркетинг, собственно, очень высокий спрос и очень маленькое предложение. То есть маркетологи нужны, прям очень.
Вот действительно, не хватает. Все остальное как-то более или менее. Но вот здесь прям очень большой разрыв. Не хватает по востребованности, по топ-5 профессий. А получается, что на первом месте, правда, интернет-маркетолог. Потом идет контент-менеджер SMM, email и SEO. Пока это до сих пор в таком порядке. Но думаю, что SEO скоро будет у нас на 4-м месте, а email на 5-м. Потому что SEO потихонечку набирает обороты. Он опять возвращается в строй. И последний уже по завершению, то есть общие, наверное, такие важные человеческие именно качества, которые вам потребуются для того, чтобы работать в интернет-маркетинге. То есть вы должны быть реально очень человеком активным по жизни, то есть с живым интересом ко всему новому, чтобы у вас было желание постоянно обучаться, быть в движении, здесь нельзя останавливаться, в интернете меняется все каждый день. Технологии, дополненная реальность, виртуальная реальность, цифровая трансформация, она влияет на все. И это важно отслеживать. То есть вот эти все вот новые технологии, они очень сильно влияют на инструменты в диджитал, на их эффективность, на стоимость, на то, чтобы конкурентов опередить. Важно быть креативным к подходу и к работе, к тому, что вы делаете. Потому что как бы, здесь творчество – это некая основа, без которой проекты в рутину превращаются. Важно постоянно творить, придумывать что-то, прям ну, какая-то вот креативность должна быть. У нас нет тупиков, выход есть из любой ситуации. Если вы не боитесь экспериментов и будете постоянно пытаться, как бы, да, то есть их, наоборот, внедрять, быть инициативным, вы станете специалистом очень хорошего уровня, востребованным, потому что таких мало. Те, которые готовы брать на себя ответственность и на эксперименты. Быть усидчивым и внимательным. Мы работаем с большим объемом графиков, таблиц, то есть это Excel, это формулы, мы, у нас такой прям рутиной, и это как бы даже очень однообразно кажется работа, но тем не менее, то есть нужно проводить скрупулезные анализы, много времени проводить с цифрами, опять же, усидчивость нужна, чтобы обработать вот весь этот большой массив информации, а внимательность, чтобы не потеряться в этой информации, а четко понять, куда этот, все то, что мы изучили, направить, как это применить, и где это, и как необходимо использовать. Коммуникабельность, конечно, уметь общаться, разговаривать и с потенциальными клиентами, то есть нужно уметь доносить преимущества того, что вы предлагаете, товаров, продукт, либо услуги, либо через контент, либо напрямую при общении. В общем, как бы, да, нужно уметь действительно коммуницировать, грамотно писать, интересно писать все возможные тексты, которые привлекают внимание, увеличивают охват, как привлекают посетителей на сайт, как бы, да, то есть тексты, которыми хочется делиться, вирусные тексты, подтверждающие экспертность, рекламные объявления, то есть реально практически все. И да, упорство, труд здесь самое главное. То есть нельзя бояться, что что-то не получится, нельзя бояться, что там не получится привести людей, либо продажу увеличить. Мы не можем это гарантировать, мы не можем это обещать железобетонно. Мы можем только проанализировать и на базе опыта максимально работу выполнить. И если вы действительно знаете инструмент, вы сможете привести продажи. Это факт. Поэтому как бы, да, то есть у маркетолога есть только один путь к достижению цели. Мы не имеем права отступать, ходить влево, право. Цель только одна, мы к ней идем. Тупика у нас нет, выход есть всегда. Именно поэтому важна гибкость ума и очистить вот эти более живое мышление. Вот над этим нужно будет работать, если даже вот пока здесь не дотягиваете, есть множество разных техник, прям рекомендую, это очень сильно поможет в маркетинге. Ну и если что-то заинтересовало, Geekbrains предоставляет все возможности прекрасную изучить каждый инструмент в отдельности. Поэтому, если интересно, пожалуйста, выбирайте. На этом у нас с вами сегодня все. Если из тех, кто остался еще до конца досидел и выдержали мой темп, а у вас какие-то возникли вопросы, пожалуйста, пишите в чат, постараюсь ответить. Так, можно я вас просто назову Fun Games, это прям очень длинно вас читать. Разные специальности, которые сегодня были озвучены, требуют наличия разных навыков. Эти навыки получите, в процессе обучения получите, потому что в процессе обучения, по результатам, точнее, в конце обучения, на Geekbrains есть стажировка в реальных компаниях, где потом можете остаться на работу. Поэтому в данном случае, то есть вы действительно отрабатываете определенные навыки. Плюс у вас домашние задания, да, то есть, опять же, практика, личная индивидуальная проверка преподавателем с разборами, с коррекцией. В общем, вы в любом случае отрабатываете реально всю теорию на практике, плюс стажировка. Это ценнее просто не придумаешь на самом деле. Елена, вопрос по курсам.
SMM в рамках курса интернет-маркетолога и в рамках самостоятельного курса по объему идентичный. Не подскажу по объему, Елена, к сожалению, потому что я не уверена точно, какой заложен объем в рамках курса интернет-маркетолога. Все-таки в рамках данной профессии приходится рассматривать в сжатые сроки очень большой объем информации, поэтому, скажем так, если совсем прям новичок в SMM, я бы порекомендовала, и вас интересует именно SMM, пойти отдельно на SMM. Если же вы что-нибудь уже об этом знаете, и нужно просто немножко данные, знания структурировать и что-то дополнить, то можете идти на интернет-маркетолога, я думаю, что как раз получится. Но вот прям с точностью не буду, наверное, утверждать, потому что вот не знаю, какой там объем дается, к сожалению. Филипп, вам тоже большое спасибо. Ольга, какие системы email-рассылки наиболее удобны в работе? Самые, наверное, популярные, кстати, это MailChimp, GetResponse, самые такие, наверное, SendPulse. Но вот мне больше всего нравится GetResponse, вот как бы так. Многим нравится MailChimp, но как бы мне удобнее, да, получается, с GetResponse работать, потому что там лучше аналитика, там очень крутая интеграция с CRM-системами, это очень удобно, это позволяет действительно выстраивать все цепочки просто коммуникации, взаимодействия с клиентом, выстраивать диджитал-воронки. В общем, это очень удобно на самом деле. Примерно так. Колл-трекинга выбирайте любую, кстати. Честно, Ольга, здесь уже смотрите сами, они все примерно одинаковые, и какую-то прям вот отдельную, прям супер какую-то отличительную, ну, даже не вспомню, честно. А если взять там, например, звонок сайта Callback Hunter, самый популярный у нас, так, колл-трекингов, там компаний очень много, и все примерно одинаковые. Здесь, правда, выбирайте уже, наверное, на свое усмотрение, они, правда, очень все похожи, то есть здесь нет какого-то принципиального отличия. Это, ну, здесь это правда так. Выбирайте уже, то есть с точки зрения качества и цена. Наверное, так. Мария, какие планировщики публикации самые удобные и популярные? Планировщики, ведь отложенный постинг, наверное, Мария, если вы об этом, ну, SMM-планер самый такой удобный, по крайней мере, он русскоязычный хотя бы, и он работает со всеми социальными сетями. Так, Тлек, что думаете по поводу обучения интерактивной рекламы в Инстаграме CRM-системы? Еще раз. Обучение таргетированной рекламе в Инстаграме CRM-системы. Вы как-то так сейчас замудренно спросили. CRM-система – это совершенно как бы отдельная вещь. Инстаграм – это немножко отдельная вещь. Вот как бы вы кого обучать собираетесь? CRM-систему? Обучать настраивать рекламу таргетированную в Инстаграме? Потому что, например, у вам и CRM, у них есть интеграция с настройкой рекламы, с социальными сетями, Facebook, ВКонтакте, Инстаграм, даже YouTube у них там есть. То есть ты просто запускаешь рекламу, грубо говоря, через приложение именно AMA CRM, даже не приложение, а встроенная интеграция там получается. И все показатели, которые у вас есть по рекламе, они у вас автоматически отображаются в CRM-системе. Ну, то есть, как бы, не совсем поняла ваш вопрос. Вот как-нибудь, может быть, по-другому спросите или конкретизируете, то как-то очень так у вас получилось. Бизнес-тренеры, которые предлагают быстрое обучение за пару недель. Быстрое обучение чему? CRM-у или SMM-у? SMM за пару недель не обучиться, могу так сказать сразу. Вы там только получите поверхностные теоретические знания, а не практику. Здесь важнее практика. Так, Анастасия, что скажете о спутнике email-рассылки? Я с ним не пересекалась, к сожалению, Анастасия, поэтому ничего не смогу вам сказать. С ними не работали. Так, Азамат, если ты новичок, можно идти на маркетолога. За год можно стать спецом с нуля? Прямо с хорошим спецом? Нет. А джуниор вполне. Могу так вам ответить, Азамат. Потому что если вы просто будете изучать теорию в течение этого года и не будете пробовать брать проекты, отрабатывать полученные знания, навыки сразу на практике, а не ждать домашние задания и стажировки, а действительно, как говорится, рыть носом в землю, то, возможно, да. Но все равно год – это мало. Я, собственно говоря, в этом варюсь уже активно 9 лет. И поверьте мне, если бы, наверное, назвала вот смело сказать, что я интернет-маркетолог, смогла только спустя 7 лет. Когда реально отпахала в каждом инструменте ручками столько, на самом деле, всего. То есть я вложила в свое обучение, сам, наверное, большую стоимость, скажем так, уже было потрачено. И все возможные ситуации, и разные бренды, и все возможные абсолютно компании, и разные какие-то там бюджеты. В общем, это все очень сильно, на самом деле, сказывается на понимании работы инструмента. И чем больше такой практики, тем выше ваш уровень знаний. За год, ну, как бы сложно это собрать. Денис, вам тоже спасибо. Могли бы вы оставлять в конце презентации, в последнем слайде, например, книги, лучшие, на ваш взгляд, по интернет-маркетингу, SEO и прочее? Ну, сделаем проще в данном случае, потому что, в принципе, такой необходимости, во-первых, нет в рамках курса.
ну, скажу честно, то есть это даже не требуется от Geekbrains. Еще раз, пожалуйста, вот, может, я не призываю подписываться, потому что я в соцсетях себя не продвигаю, я там, конечно, какие-то публикации пишу про маркетинг, но достаточно редко, сразу предупреждаю, но пишу. А вот у меня в Инстаграме есть публикации, там увидите, у меня немного публикаций, которые пошли такие типа профессиональные, а там часть моей библиотеки, прямо увидите там такие стопки книг, и вот там как раз-таки книги и по SEO, и по маркетингу, и по копирайтингу, там, по-моему, 24 книги. Вот, посмотрите что-нибудь из этого. Так будет проще, чем перечислять, наверное, все. Там самые-самые такие прям вкусные. Ольга, вам тоже большое спасибо. Так, Мария, книги по SMM вообще не рекомендую никакие читать для базовых знаний, потому что в SMM все меняется очень быстро, быстрее, чем где бы то ни было. Они меняются реально буквально каждую неделю или каждый месяц. Что-то дорабатывается, меняются алгоритмы, от алгоритмов меняется подход к работе. База одна, анализ аудитории, анализ конкурентов и позиционирование. Это то, что не меняется нигде, это общие инструменты. А все остальное, оно сугубо индивидуально, и действительно, все-таки я рекомендую книги по SMM не читать. Лучше следить за профильными какими-то онлайн-журналами, например, COSA, Русабилити, которые регулярно публикуют какую-то информацию, аналитику, исследования, изменения, нововведения в рамках социальных сетей и как с ними работать. Наверное, так скажу. То есть книги здесь быстро теряют актуальность, очень. Пока она напишется, пока ее выпустят, там уже все поменяется 25 раз. Fun Games после вебинара необходимо выбрать профессию, определиться. Не обязательно, вы не обязаны это делать. Это, в принципе, если вы заинтересованы в дальнейшем обучении по какой-либо специальности, либо профессии, то, безусловно, можете выбрать что-нибудь из того, что предлагается на Geekbrains, и изучить какую-то профессию, но вы это не обязаны делать. Скажу так, это исключительно на ваше усмотрение. Так, Тлек, вы говорили, что собираетесь набирать группу на обучение маркетингу, практику. Когда говорила, где говорила? Сегодня вроде бы не говорила. Странная такая информация. Может, где-нибудь, когда-нибудь раньше я об этом говорила? Или мы, в общем, как-то странно по маркетингу? Нет, у меня планируется практикум по стратегии, потому что, наконец-таки, бренды понимают, что без нее реально очень сложно продвигаться, и очень много лишних расходов бессистемных, бесполезных. И, наконец-таки, понимают, что необходимый человек, который им просто так прям вот, ну, как дорожную карту нарисует по шагам, сделаем вот так, вот так, вот это, вот это, вот это, вот это, как бы за них изучается все. И вот этот вот, как бы, момент, он очень, на самом деле, важен. И многих предпринимателей и владельцев бизнеса это очень сильно интересует, и они бы хотели бы это все изучить. Вот я над этим думаю, пока что еще думаю, еще посмотрю, будет ли спрос. Так, Татьяна, перформанс-маркетинг – это отдельная профессия или почти то же самое, что интернет-маркетолог? Это то же самое, просто в рамках перформанса, скажем так, подход к изучению интернет-маркетинга с точки зрения замерения результатов. То есть когда мы… То есть перформанс – это именно измеряемость, когда мы измеряем и считаем все показатели, то есть эффективность достижения, опять же, KPI, критерии оценки эффективности, вложенные инвестиции, их окупаемость. То есть, в принципе, все, что делается в маркетинге, в каждом инструменте, это тоже перформанс. Просто когда мы четко понимаем, что, допустим, мы хотим через год выйти на оборот компании там ежемесячно в 1 000 000 рублей, то мы должны понимать, как мы этот оборот сможем получить за, там, этот, например, там, ну, 3 месяца, пускай бы даже не год, а там 3 месяца, какие каналы способствуют, и что мы должны замерять. Формул, правда, много. Я периодически буду про них писать, в принципе, кстати, в соцсетях, потому что стало много вопросов возникать по этой теме, поэтому буду потихонечку приоткрывать завесу, как говорится, вспоминать математику и понимать, как это все делается. И вот с точки зрения понимания своих целей и задач, которые стоят перед бизнесом, определяются каналы, в рамках которых выстраивается стратегия как раз-таки работы, бюджет и сроки достижения и необходимые расходы на поставленную цель. Это и есть перформанс. Это, в принципе, работа с теми же инструментами. Просто здесь как бы необходимо, да, такой подход немножко не в целом в теории, а вот, то есть вот данные инструменты замеряем вот так, здесь считаем вот это, учитываем вот это, определяемся для вот этого. Ну, то есть, в принципе, то же самое, только с точки зрения прям точных цифр. Примерно так. Ага, на прошлом уроке. Ну, все, да, тогда, скорее всего, это была тема про стратегию. Учить маркетингу я не возьмусь пока, особенно новичков. Это очень сложно. Я вот сейчас как раз-таки, вначале вам говорила, летала от Mail.ru во Владивосток, где
Хабаровске проходил образовательный интенсив. Остров 1021 называется, и поверьте мне, то есть там были такие предприятия технологические, то есть там очень такие прям, ну, технари, и я поняла, что, конечно, когда у людей реально в голове нет вообще никакого понимания, вот этот вот гуманитарий в голову сложно уложить. И наоборот, гуманитарию сложно уложить в голову математику, которая здесь присутствует, Excel, формулы, таблицы, графики, замеряемость та самая. Ну, то есть здесь очень много, на самом деле, всего, и как бы, то есть я пока, наверное, не возьмусь за это. Это очень много требует времени. Я все-таки практик. Немножечко мне пока не до этого. Так, Мария, вам тоже большое спасибо. Рада, что было интересно и полезно. Это самое главное, когда 2 часа не потрачены впустую. Это самое ценное. Так, тогда, если вопросов больше нет, и, в принципе, всем все в итоге понятно, то предлагаю уже вас отпустить. А, вот, кстати, хороший вопрос про домашнее задание. Те, кто еще остались. Наверное, те, кому это было интересно, у нас с вами нет ДЗ. Оно появляется автоматически в рамках работы системы, но мы с вами не встречаемся потом больше никак. У нас бесплатный интенсив, мы никаких домашних работ не выполняем. Это касается только платных курсов. На бесплатных ТЗ-шки нет. Ну, есть в рамках, кстати, наверное, моего курса бесплатного, двухнедельного, но там, опять же, проработка не индивидуальная. А в рамках данного интенсива мы вообще не выполняем домашнюю работу. Игнорируем это уведомление, нас оно не касается. Анастасия, ага, набежали вопросы. Что посоветуете, если у меня есть поле для практики в интернет-маркетинге, я работаю в интернет-магазине, но нет теории? Где брать знания, как их лучше применять? В книгах? Берите знания в книгах. Очень много. Вначале я говорила Джон Янч «Маркетинг без диплома». И все, в принципе, книги Джона Янча имеют смысл прочитать. Идите читайте Игоря Мана, самую первую его книгу, которая «Маркетинг на 100%» без бюджета, который маркетинг. Читаем книги Мана вообще взахлеб, просто читаем обязательно. Всем тем, кому нужна базовая теория. А мне еще очень нравится книга Фила Бардена «Взлом маркетинга». Прям обожаю. Там такой, наверное, немножко пока что научный сложный подход, но она прям очень интересная. То есть это он изучил с точки зрения нейро, кстати, психологии, почему мы покупаем. Это реально очень прикольно. Ну, прям читается легко. Это вот так вот то, что вот прям мое любимое. Если по текстам, я всем рекомендую читать Огилви, Дэвида Огилви. Он самый первый копирайтер, самый такой прям крутой. Не знаю, мне больше всего он нравится. Либо Каплунова, Денис Каплунов. Любую его книгу можно брать и читать. Он очень понятно объясняет. Как-то так. Так, в основном работают на удаленке. Кто, маркетологи на удаленке? Нет, они наоборот как раз-таки, кстати, в основном всего всех сидят. Это отдельные специалисты могут на удаленке работать. Какие-то там СММ, кстати, частенько на удаленке работают, почти все СММ на удаленке. А контекстники тоже на удаленке почти все работают. А вот SEO чаще в офисах сидят. И email-маркетологи тоже в офисах сидят. Интернет-маркетологи тоже в офисах чаще сидят, либо в своих агентствах. Ну, как-то так. Еще раз, как бы, да, то есть на сайте пишут загрузить ДЗ. Мы ничего не загружаем. Ребята, игнорируем ДЗ. Нас это не касается. ДЗ вообще мы ничего не загружаем и посылаем Geekbrains отдохнуть, потому что нас это не касается. Только платных курсов. Поэтому мы никаких домашних работ не выполняем. Можно на бесплатных курсах записаться? Можно. Но на Geekbrains же он есть. Ну, давайте сейчас ссылочку дам уж, ладно, в принципе. Хотя, мне кажется, вы должны видеть, он есть в рамках общих курсов, даже, точнее, вебинара, в разделе «Бесплатно». Так, сейчас дам вам на этот курс ссылочку тогда. Там есть слева кнопочка с датами, на которые можно записаться, на ближайшие потоки, которые есть. Если сейчас потоки никакие не указаны, значит, появятся в ближайшее время, мониторьте просто эту ссылочку. Потому что со мной пока что на август потоки еще не согласовывали. Потоки только до конца июля. Как появится, будет возможность там записаться. Филипп, ну, что за курс ваш? Если мой, который двухнедельный на Geekbrains, то вот на него ссылочка. Личных курсов у меня только пока сейчас доступен один. Это по таргетированной рекламе в Фейсбуке и в Инстаграме. Такой прям именно практически... Ну, технический курс, то есть там прямо на технические настройки, то есть я прям раскладываю Facebook вообще на каждую маленькую ссылочку,
там разбирается абсолютно все. А в Фейсбуке можно вообще заблудиться, если лезть во все его настройки. Но тем он эффективен, тем он и крут. Так. Все, супер. Все довольны. Все все узнали, все все спросили. Если у кого-то что-то, какие-то вопросы остались, напомню, что, пожалуйста, есть у меня социальные сети, есть личные сообщения на Geekbrains. Я всегда отвечаю по мере возможности, опять же, по времени, но всегда всем отвечаю. Может быть, не прям сразу, молниеносно, но всегда отвечаю. Про ФБ. Блин. Столько вопросов, и все в разное время. И каждый раз... Почему не люблю, кстати, чат? Да, я больше, кстати, за офлайн в этом плане тренинги, потому что здесь прям есть контакт с аудиторией. Ты четко понимаешь, что им надо, не надо и прочее. Вот, это по ФБ. Так, закроют ли Facebook в России? Нет, не закроют, Ольга. Facebook сейчас внес все необходимые изменения, которые удовлетворяют требования наших спецслужб. Поэтому нет. Это у нас Дуров просто после того, как у него... отобрали, скажем так, ВКонтакте, немножко обиделся на нашу страну. И все-таки нужно понимать, да, что Дуров не совсем прав. Он находится в Америке, и все данные по пользователям Телеграма американцам он предоставляет. Иначе бы они его закрыли еще раньше, скажем так. А нашим отказало. Вот наши тоже в ответ обиделись и начали его блокировать. Ну, как бы он тоже не совсем прав. Либо никому не давай, либо уж тогда как бы, да, делись со всеми. Ну, как-то так. Но в целом для нас это без разницы, как работал Телеграм, так и работает. Поэтому... здесь все. Так это. Политика больше, наверное. Согласна, да, это может быть бесконечно. Я вообще могу на эту тему говорить вечно, потому что маркетинг – это у меня уже образ жизни, это не работа, это то, что мне очень нравится, это прям вот почти вся я целиком. Поэтому, да, предлагаю всем уже отправиться на заслуженный отдых. Еще раз большое всем спасибо за ваш искренний интерес, за то, что выдержали до конца. Поэтому всем пожелаю успеха во всех начинаниях, во всех ваших будущих обучениях. Опять же, повторюсь, никогда не сдавайтесь, пробуйте, учитесь. Это лучшие инвестиции в себя, они всегда себя оправдывают. Поэтому никогда не пытайтесь на себе сэкономить, себя должны любить, холить или лелеять. Поэтому еще раз всем удачи. Как говорится, покоряйте новые горы, становитесь специалистами и приходите к нам работать, потому что нам не хватает. Именно хороших специалистов, правда, не хватает. Поэтому рынок очень вас ждет. Всем удачи, еще раз всем большое спасибо и всем пока.